Мурлок Найткравлер. Кларк. В темных глубинах океана живет страшное и таинственное существо, способное скрывать свой облик в тени. Лишь теницы видели его настоящее лицо, но никто из них не сможет уже рассказать об этом. Тень для него – святилище, место расширения его силы и способностей. Купаясь в темноте, он получает огромную силу. С каждой атакой он увеличивает свои силы, ослабляя при этом врагов. Он способен пожертвовать частью своей души ради договора с тьмой и для снятия с себя самых мощных проклятий. И вот это существо, известное как Мурлок Найткравлер, вышло из глубин для поиска новых жертв. Хорошо, пошло дело. Оп. Некро будем убивать сейчас. Вот вам БКБ, в БМ и долбить. Иди сюда. Куда Сларк идет? Хорошо. Катеху на силу. По идее живу. Хорошо. Ну. Ну, на вставочку, можно так выразиться. Окей. Я бегу. Я бегу. Ты не с догонами. Куда пойдешь? Крит вылетел. Сохранить чуть больше маны. Ой, некор тут. Господи, у меня герой, видели? Не прошел туда. Хорошо. И не догер... Этот с фейзами побежал. Крит вылетел. Кто тут у нас? Фуриончик. Хорошо. Просто... Что-то там произошло просто. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и, конечно же, перед началом этого прекрасного, жесткого, мощного, имбового гайда, конечно же, вот этих ребят поблагодарить спонсоров, которые помогают мне продвигаться вперед, и вообще всем огромное спасибо за то, что лайкаете, ставите какую-то мотивацию, что-то комментируете, спасибо всем, ребятки, но не забывайте про спонсорку, конечно же, не забывайте, если вы хотите видеть раньше контент и, конечно же, знать немного больше, то по кнопочке «Спонсировать» можете посмотреть, какая спонсорка вам лучше, что вы хотите от нее. И, конечно же, получать контент намного раньше, ребятки. Спасибо всем, не забывайте про эту тему. Также еще выделяйтесь в чате, конечно же, отправляйте фановые стикеры, которые я сделал. Ну и по мере возможности, по мере количества спонсоров, эти стикеры будут, конечно же, еще и меняться. И, ну, сами потом увидите, конечно же. Ну и что ж, ребятки. Дело у нас сегодня серьезное. Сегодня у нас на обзоре Мурлок Найткравлер. Это очень-очень жесткий имбалансный персонаж. Я считаю, что это персонаж, который при правильных руках можно просто ногой играть и выиграть. Даже, я не знаю, даже одним пальцем можно играть и выиграть на этом героя, потому что это лютая имба, которая имеет просто невозможную силу. Сила очень у него большая, и, конечно же, этот персонаж... очень крепкий. Сегодня мы узнаем, как работает у нас Dark Pact, как работает у нас Pounce, как работает эссенция шифта и как работает Shadow Dance. Ребятки, каток сегодня будет немного. Три катки я отыграю на Сларке для того, чтобы вы понимали, как работает этот герой, в чем его сила. И, конечно же, поговорим о том, как лучше его юзать. И, конечно же, поговорим о контрпиках на данного персонажа. Ребятки, в целом, надеюсь, гайд вам понравится. Обязательно влепите лайк. Спасибо всем, кто смотрит. Ну и что ж, поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Dark Pact. Очень интересная, очень жесткая способность на этом персонаже. Эта способность позволяет Сларку скидывать с себя негативный баф. Большинство негативных бафов. Будь то хиксы, будь то сайленсы, будь то замедление, будь то какие-то яды, еще какие-то неприятные вещи. Все это Сларк будет с вас скидывать. То есть, если вы нажимаете Dark Pact, то, соответственно, через определенное время вы скидываете с себя большинство всех негативов. Это очень-очень имбовая вещь. При этом она еще среднестатистически наносит очень много урона, имеет маленький колдаун и очень маленький монокост. Сларк становится очень жесткой темой, когда юзает Dark Pact просто по колдауну. Очень много урона, но тут есть множество нюансов, о которых мы в целом сейчас будем разговаривать. Смотрите, хоткей у нас С, прокачали данную способность, давайте заюзаем эту способность.
Происходит вот такая анимация и идет какое-то вот такое отторжение. Это идет диспел, который у нас продолжается в течение секунды. То есть, соответственно, в течение секунды Сларк будет с себя все снимать. То есть, если вы во время этого дарк-пакта, во время вот этой секунды попробуете что-то на него накинуть, ему будет все равно, он все это будет снимать. Он снимает каждую 0,1 секунду с себя какие-то негативы. И вот эту тему нужно знать, потому что большинство ребят думает, что во время дарк-пакта, если я нажму на него даст, его будет видно, он не уйдет в лотар. И ничего, к сожалению, не происходит. Сларк просто убегает, и все такие: «Эй, баги, 85-я карта, админы, чините, некрасиво, непонятно». Будучи не зная механику, они вот так вот, ребятки, говорят. То есть вот такая вот тема. Это первый момент. Второй момент. У нас задержка с пыла имеется, как вы обратили внимание. Задержка всего 1,5 секунды. И в целом эта тема идет у нас 2,5 секунды. То есть задержка 1,5 секунды и секунда идет диспел. 2,5 секунды общее действие вот этого дарк-пакта. Надеюсь, вы поняли. То есть зачем это сделано? Когда Сларк забегает в толпу, на него начинает что-то накидывать. И вы уже, будучи подготовленным дарк-пактом, просто можете с себя снимать все негативы. И, конечно же, очень сильно раздамаживать. Эта тема приятная. Как вы видели, анимацию можно скипать. Это очень хорошо, потому что большинство, ребятки, не знает, как это работает. Ну и в целом вот такая приколюха. Данная способность у нас работает в АОЕшке. АОЕшка у нас 325 единиц. Давайте выкачу табличку. Табличка выехала, смотрите. АОЕшка 325 единиц, задержка 1,5 секунды. Урон по уровням прокачки, ребятки: 75, 150, 225, 300. И урон, наносимый себе. Что это такое? Когда вы нажимаете Dark Pact, вы жертвуете частью здоровья. И, конечно же, снимаете с себя негативы. Как говорилось, типа, Сларк заключает договор со всеми там демонами силы, чтобы снять с себя проклятие. Правильно? Правильно. Как эта тема исчисляется? В зависимости от уровня прокачки, допустим, у вас Dark Pact будет на 300 урона, 4 уровень, то 300 урона минус 50%, это 150 хп. Вы всегда будете терять 150 хп, когда будете юзать Dark Pact 4 уровня. Это так и работает. Тут не зависит от того, сколько вы наносите, какой массе персонажей вы наносите дамаг. Вы всегда потеряете 150. То есть от того, что вы наносите, именно по уровню прокачки 75, 150, 225 и 300, 50% снимаете, и это то количество здоровья, которое вы потеряете при юзании Dark Pact. То есть вот такая тема. Далее, калдаун 9, 8, 7 и 6 секунд. И монокост 55, 50, 45 и 40. 40 маны для того, чтобы внести 300 урона. Нормально, балансно, интересно. Урон магический, к слову, ребятки. И данный спелл также фигачит еще в инвиз. Ну и, конечно же, АОЕшный дамаг. Это очень-очень жестко, ребятки. Очень, реально, очень сильный спелл. На самом деле, очень жестко диспелит. Конечно, не снимает такие способности, как Ice Blast, там, Doom не снимает. И еще там, ну, большинство тоже самых очень сильных кнопок. Ну, об этом я, если честно, не очень хочу говорить, потому что там глобальный тест. Это все можете посмотреть в фишках. Фишки я показывал, ребятки, все вы эту тему знаете. Что ж, давайте посмотрим, что у нас может Сларк. Смотрите, нажимаем Dark Pack, глобалка нажимается, снимается глобалка. Окей, возьмем вот эту штуку, хорошо, юзаем. И Сларк юзает магию, получается Last Word. Срабатывает, Сларк получает урон и снимает с себя Сайленс. Очень-очень простенько. Ну и тут пивко есть у нас еще, пивко. Давайте заюзаем вот эту тему. Сларк такой, опа, замедленный, опа, включает Dark Pact, снимает с себя замедление. И также он снимет с себя спокойно пиво. То есть это так и работает. То есть если вы что-то хотите с себя снять, вы просто берете и снимаете. При этом вы еще и наносите определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки. Это очень жесткая тема. Эту тему Сларка развеять нельзя. Но есть вот эта задержка, как вы поняли. И если Сларк умирает во время того, как нажал так Dark Pact, и, конечно же, его убили, но Dark Pact еще не сработал, он отменится. То есть, если вы умрете, он не сработает, будучи, когда вы уже являетесь трупом. Соответственно, так эта тема и работает. Не забывайте, ребятки, о том, что Сларк одну секунду проверяет статусы, то есть задержка 1,5 секунды и общее действие Dark Pact 2,5. То есть 1,5 секунды это подготовка и секунда это время диспела. Вот эту тему не забывайте, что во время вот этого диспела, вот этого эффекта, вы не можете ничего на него накинуть. То есть если вы даже накинете, то соответственно он все это снимет. То есть вот смотрите, летит,
Оп, видели, он снял сразу, то есть действие уже шло, то есть если попадать в эту секунду, соответственно, все будет скидываться. Так что вот такая тема. Ну и не забывайте о том, что когда вы будете находиться там или в Shadow Dance, или в Лотаре, соответственно, этот спелл очень сильно будет видно, то есть вот эту теневую тему, ее будет видно всегда. Всегда ее будет видно, независимо от того, находитесь вы там в инвизе или нет. Также эта способность, ну, она прерывает всякие ТПшки, дагера и тому подобное. Ну, можно будет, допустим, нажать сначала Dark Pact, а потом ТПшка. Ну, не суть, типа. Это к тому, что, типа, имеется тут вот это всякое вот, ну, отменение там вот этих ТПшек и всякой прочей темы, ребятки. Ну, надеюсь, в целом вы поняли, как работает Dark Pact. Просто снимает с себя негативы, дамажит себя и дамажит жестко оппонентов. Все, погнали на вторую способность. Следующая способность на нашем персонаже — это способность, которая позволяет привязать какого-то персонажа, конечно же, героя какого-нибудь, к какому-нибудь месту или просто заэскейпиться на сларке, куда вы хотите. У нас тут имеется дальность прыжка, в целом время, определенный КД и определенный монокост. При этом еще вы будете наносить урон, если в кого-то врежетесь. Окей, это понятно. Давайте посмотрим, что у нас будет делаться. Короче, ходке Е у нас. Нажимаем мы ходке Е, и сларк вот так вот прыгает. Видели, он прыгнул, и можно перепрыгнуть даже, блин, он... Я перепрыгнул лес этот, но если вы в конце врежетесь в дерево, то это дерево, конечно же, упадет, и вы его срубите. Вот так вот, если врежетесь, то эти деревья будут падать. Очень интересная способность, и как она работает? Когда вы куда-то смотрите, вы просто нажимаете hotkey, и сларк прыгает. При этом, если вы попали в кого-то, то вот такая вот организуется у нас привязочка, которая держит определенное время персонажа. По кругу он может только ходить, и порвать эту связку почти невозможно. То есть есть определенные скиллы, которые могут порвать эту способность, но не суть. Это там уже глобальнейшие тесты, просто скажу, как это работает, и все в целом. Если что, смотрите фишки, там все это в принципе тестили, но не суть. В общем, смотрите, сларк прыгает на... Ну давайте, окей, табличка выезжает. Сларк прыгает на расстояние 700 единиц. При этом есть возможность, что сларк кого-то привяжет в радиусе 95, то есть радиус 95 это поиск цели, то есть если вы вот так вот прыгнули, то есть получается у нас тут панда был в радиусе 95 единиц, то есть вот так вот у нас хитбоксик у нас такой небольшой появляется, и мы кого-то привязываем рандомно, кто у нас попал ближе, то есть если будет толпа стоять, то кто ближе, того соответственно и привяжет. И далее, смотрите, радиус захвата у нас составляет 325 единиц, то есть в районе вот этих 325 единиц только может юнит ходить в течение 3,5 секунд, то есть на 3,5 секунды идет эта привязка, и ты просто никуда не можешь деться. Но, допустим, Рикимару спокойно порвет эту связь своим блинком, то есть если на Рики вот эту тему кинешь, то он спокойно может просто отблинковаться, оп, и все, и порвал. Но есть герои, которые так не могут делать, и, соответственно, немножко мы их тут разберем. Самое основное, сейчас просто пробежимся. И в целом у нас также еще нанесется урон в случае, если мы в кого-то врезались. При этом эта способность, как и первая, также может влететь в инвизионную визного героя, то есть если вы будете даркпактить, будучи зная, что под вами Рики, то ему нанесется урон. И если вы, конечно же, прыгнете куда-то, то вы можете и инвизного привязать, и при этом вы будете видеть, куда он ходит. То есть вот так вот будет за ним вот эта фиолетовенькая тема вот так вот летать. Вот такая вот у нас тема. Что ж, давайте по уровням прокачки пройдемся. Смотрите, урон. На первом уровне 50 и 700 макс рейнджа, но макс рейндж он всегда остается такой, неизменный, 700, дальность прыжка, окей, это мы не будем говорить, далее, второй уровень 100 урона, третий 150 и четвертый 200 урона вы нанесете с этого прыжка, если в кого-то врезались, на крипов эта тема не работает, далее, колдаун 20, 16, 12, 8 и монокост 75. Вы прикиньте, 8 секунд КД этой темы, то есть вы можете постоянно эскейпиться, то есть прикиньте, вы можете забежать в драку, подраться, выбежать с драки, но главное, когда вы убегаете, чтобы перед вами никто не стоял, иначе вы просто врежетесь с него и никуда не прыгнете, то есть допустим, оп, вот так вот получается врезались, а я думал, я сейчас выпрыгну, да, получается вот такая тема, и конечно же вы можете умереть. В целом способность очень прикольная, также наносит у нас магический урон, монокост маленький, 75 единиц маны, как и на Dark Pact, ну конечно же это жесткая тема. Сеточку эту развеять, ребятки, нельзя, то есть ее только можно порвать. Что ж, кто у нас может рвать эту сеточку? Вот Шторм у нас может порвать эту сетку, если на 83-й карте он ее не рвет, то, соответственно, на 85-й эту сетку Изи может порвать. Далее, кто у нас не может порвать? У нас не может порвать эту сетку Патма, она прыгает просто перед собой, и все, у нее ничего не получается. Так, кратенькие тестики такие, знаете, ну и, конечно же, Ризрак с помощью второго спелла Изи разорвет эту сетку. Я не знаю, чем отличается прыжок Ризрака
от прыжка по тьме. Ну, возможно, тут именно в скорости дело, что есть какое-то определенное ограничение на паунс в окно, как говорится. И, конечно же, это ограничение рвется. При этом еще на скивере вы не сможете уехать, насколько я помню. На хуке, по-моему, хук порвется. Феникса дайв очень интересно работает. Там просто такая тын-тын-тын-тын-тын огромная. Бара разрывают спокойно, но Феникс, по-моему, не портуется. Не портуется, по-моему, напишите в комментариях, честно, не хочется сейчас создавать юнита и тестить, потому что тут все и так просто, и так все понятно, и в целом очень-очень-очень много тут всяких, может быть, нюансов, но это слишком глобально в гайде это затрагивать. Моя задача тут рассказать в основном, как работает этот спелл. Ну и что ж, ребятки, в принципе, по данной способности все, юзайте как хотите, юзайте вот так вот, можете спокойно куда-то прыгать, отблинковываться, или так юзаете до герочек, и кого-то догнали, опа, зацепили, и все у вас прекрасно. Очень интересная способность, позволяет как уйти, так и дать чапалаху. Что ж, а мы переходим к следующей способности. Следующая способность у нас это эссенция Shift. Эта способность позволяет разгонять Сларка. Сразу выходит у нас вот так вот табличечка. И смотрите, что написано. Потеря атрибутов за атаку. Один атрибут теряется за атаку и ловкость за атаку 3 единицы. Соответственно, что у нас получается? Когда вы прокачиваете эссенцию Shift, Сларк выкачивает у оппонента по одному атрибуту за атаку и дает себе 3 ловкости за один удар. При этом тут у нас с уровнями прокачки увеличивается длительность этих стаков. То есть вы, когда бьете оппонентов, накидываете на себя ловкость, и при этом оппонент у нас, получается, становится слабее на один атрибут за одну тычку. И, соответственно, у него становится хп меньше, меньше скорости атаки, меньше брони, меньше интеллекта и всего вот такого. Длительность у нас зависит, как я уже говорю, от уровня прокачки, то есть можно до определенного момента выкачивать, и, конечно же, до определенного момента будут эти стаки. Сейчас мы все будем проверять, но я уже как-то показывал в фишках, сколько у нас может выкачать Сларк. Сларк может выкачивать, пока у вас просто не пройдет 120 секунд, то есть я помню, я тестил, я 120 секунд просто бил оппонента с максимальной скоростью атаки и постоянно выкачивал. У меня там было 800 урона с руки, вот здесь вот своего, и, конечно же, когда прошли у нас 2 минуты, он урон начал падать, то есть ловкость зафиксилась на одном моменте. То есть вот такая вот у нас была приколюха. Что ж, вот какие у нас N прокачиваем, давайте эту эссенцию, ну сразу давайте в 4 ее загоним. И давайте посмотрим по уровням прокачки, так как я уже загнал ее в 4. Смотрите, длительность 15, 30, 60 и 120 секунд. То есть у нас получается 2 минуты будут держаться стаки. И у нас тут есть мешочек избиения. Давайте посмотрим, до какого момента мы сможем выкачать его статы. И давайте, допустим, итем Mon X4 вот так напишем, чтобы быстро бить. И посмотрим, сколько стат мы сожрем. Смотрите, я бью, и получается, посмотрите на мой армор, и на мою атаку, и на мою ловкость. При этом у нас еще, когда мы атакуем, так как Сларк ловкач, соответственно, мы выкачиваем ловкость, и мы начинаем бить быстрее, и, конечно же, защиты у нас становится очень много и урона. Именно из-за этого Сларк очень сильный в лейтгейме, потому что он очень жесткий. Смотрите, мы у Шторма уже выкачали всю ловкость и весь разум. У него получается 140 интеллекта, но этот интеллект у нас это из-за форстафа. И получается, остается один интеллект. Один интеллект, как вы знаете, равняется 13 единиц маны, а одна сила равняется 19 хитпоинтов. И, соответственно, у нас также будет сила сейчас кончаться, и вот такая тема получится. Минус итем Хеарт. Давайте напишем Хеарт X5. 5 тарасок, и, конечно, попробуем выкачать еще всю силу. Смотрите, у нас хп как уходит. Смотрите, жесть. Просто имбище. И посмотрим, до какого момента мы будем выкачивать сейчас статы. То есть мы сейчас скачаем всю силу и посмотрим на Сларка в целом, как он сильно поменялся. Смотрите, 60 уже 60 силы. То есть на 2 минуты оппонент будет лишен почти всех атрибутов, если вы просто до него докопаетесь, не убьете раньше, чем выкачаете все. И посмотрим, до какого момента мы сейчас сможем это все выкачать. Смотрите, 15 силы остается, 10 силы, и все. Одна сила остается, Сларк набирает статы, а он дальше продолжает набирать, посмотрите. А, не набирает, да? Все, остановился. То есть вы можете выкачать до того момента, пока у юнита не кончатся все вот эти хитпоинты, монопоинты и интеллекты. Получается, до такого момента вы можете выкачать. И мы получаем вот такого шторма.
169 хп, 143 маны. Ну и, конечно же, по истечению вот этих стаков, по истечении 2 минут, все по чуть начнет возвращаться. При этом есть одно условие. Если шторм даже умрет, то он реснится, то есть он реснится без вот этих вот статов, то есть он, или со статом, сейчас посмотрим, я точно не помню. Знаю точно, если Сларк умрет вот такой вот, то он реснится обычный, но по чуть, по истечению 2 минут оппоненту будут возвращаться его статы. Через 30 секунд у нас реснится шторм, и, конечно же, посмотрим, какие у него будут статы, будут ли они возвращаться. Честно, не помню, насколько тут сильно это все работает, потому что у меня в голове постоянно переплетается все со второй доты, потому что во второй доте я тоже эту всю тему помню, примерно, уже там просто уже все попоменяли. И когда учил первую и вторую доту, к сожалению, у меня уже есть переплеты, и я что-то могу попутать. То есть, если Сларк умрет у нас с ловкостью, умрет даже с Аегисом, то, конечно же, все статы, которые вы набили, от них толку не будут, они все слетят. Давайте посмотрим на Шторма. Смотрите, Шторм риснулся у нас, у него вот такие вот статы есть. Конечно же, и у него сразу все статы остались. То есть, у Сларка там, смотрите, еще 140. У него падает ловкость, падает защита, падает дамага, но шторм уже реснутый без вот этих выкачанных стат. То есть они тут не прибавляются обратно. То есть он уже без эссенции шифта реснулся. То есть, соответственно, эту тему нужно тоже знать. Если вы думаете, что вы выкачали юнита там вообще под ноль, то реснится он нормальным. Посмотрите, то есть у него все в норме. Все отличненько. Ну а Сларк, конечно же, возвращает через 2 минуты все свои набранные статы. И, конечно же, вот такой вот у нас герой получается. Ну, надеюсь, вы поняли, как работает эссенция шифта, ребятки. Это у нас не является тема, уникальным модификатором атаки, соответственно, сюда можно будет, так как это пассивка, собирать и скади, и лотары, там и всякие дезоляторы, что хотите, собирайте и душите. Как работает Silver Edge на эту пассивку? Silver Edge будет работать так, когда вы ударите Сларка, если у него было 50 стат, образно говоря, то есть у него было 50 вот этих эссенций, соответственно, что мы получим? Эти эссенции останутся на 2 минуты или на сколько там, в зависимости от уровня прокачки. Табличка как раз таки не убиралась, вы можете спокойно изучить, кто только подключился. И, соответственно, у нас получится такая тема. Silver Edge не позволит набирать следующие стаки, вот эти эссенции шифта. И, конечно же, Сларк немного на 5 секунд остановится в этом наборе вот этой ловкости, конечно же, и сниманию атрибута. И, конечно же, будет менее опасен, конечно же. Но после того, как Silver Edge упадет, все так же будет работать, как и работало. Так что вот такая темка, ребятки, по у нас эссенции шифта. Пофиг эссенция, она работает через БКБ, не через БКБ, вообще пофиг. Когда вы просто ударяете какого-то юнита, то, соответственно, вы стягиваете по одному, естественно, атрибутику. Ну и ГГ, все. Более тут нечего, ребятки, рассказывать. Надеюсь, вы более чем заряжены теперь пониманием, что такое Сларк. На 2 минуты украсть статы, бафнуть себя в ловкости, бегать с уроном, как у Тини. И, конечно же, с 20-очкой армора. А почему нет? 150 ловкости, 170 ловкости на Сларке. Это нормально. Это имба, ребятки. Очень сильный герой. Ну и что ж, остается у нас уже крайняя способность. Это Shadow Dance. Давайте разбирать ее. И сейчас поговорим о некоторых нюансах, которые у нас тут имеются. Поехали. Что ж, ребятки, следующая тема очень лютая на Сларке. Это то, чем вообще Сларк славится после эссенции шифта. Это Shadow Dance. Shadow Dance — это ультимейт нашего героя, и тут имеется несколько работ этого ультимейта. Во-первых, что мы имеем? Это активная основа, которая нам дает невидимость на 4 секунды, которая не раскрывается гемами. Это просто, по сути, неуязвимость. И пассивная тема — это то, что у нас имеется тут, можно сказать, пассивка дополнительная, которая позволит Сларку быстро бегать и, конечно же, очень жестко регенерироваться при условии, если Сларка никто не видит. То есть, как это понять? Если кто-то видит Сларка, то, соответственно, у Сларка не будет работать пассивная основа, но активка при этом по нажатию хоткея будет отлично работать. И когда вы зайдете в эту активку, у вас автоматически включится и пассивка. То есть, соответственно, вы воспользуетесь ультимейтом тогда, когда вам это необходимо. Что ж, поговорили немного о непонятных вещах, но теперь давайте разбираться более детально. Смотрите, хоткей у нас D, прокачали Shadow Dance. И смотрите, тут я не бегаю, будучи имея пассивочку, но если я зайду в туманчик войны, и, конечно же, меня никто видеть не будет, то, соответственно, у меня подрубается моя пассивочка, и я побежал уже с МСом более повышенным, и такой вот есть
Темный эффектик, опа, вышел, меня тут видят, и как только я захожу в туман войны, сразу же я передвигаюсь очень быстро. При этом есть тут еще тема, когда вы душите нейтралов, если нейтралы вас тоже там немного подушили, через 2 секунды после того, как вы отходите от нейтралов, у вас пассивка врубается, вы также можете бегать и жестко регениться. Почему Сларка я называю героем ночным? Потому что и вообще он Nightcrawler, знает, это значит обозначение Night, то есть что-то связанное с ночью. Наш персонаж очень сильный в ночное время, потому что ночью Сларка меньше видят и, соответственно, он пользуется своим героем на 300%. То есть, соответственно, персонаж становится просто ударом Тинника и скоростью, ну не знаю, Бладсикера на 1300 МС. Ну это образно говоря, ну, потому что Сларк ночью просто неуловимый при правильном юзании. Потому что стоит вам только зайти в Туман Войны, у вас активируется ваша пассивная основа ультимейта. И, конечно же, вы душить начинаете очень жестко. Далее, смотрите, что мы имеем. Так как вы поняли уже, у нас имеется тут, конечно же, регенерация. Давайте привяжем вот так вот Патму к себе. И Патма за нами просто гонится, а мы пользуемся Туманом Войны. Опа, она вижен потеряла, все, я побежал. Посмотрите, какая у нас регенерация стала. И тут мы уже приходим, ага, Патма, здравствуй. И даем уже Патме Чипалаху. То есть вот такая вот сильная, жесткая у нас ультимативная. Давайте разбирать ульт досконально. Ну, можно еще давать поговорить, давайте поговорим еще о активке. Но активку нам нужно проверять где-то типа возле центральной линии. Давайте. 283. Минус итем 283, по-моему, да? Все, хорошо. Погнали проверять активку. Смотрите. Активка, как я и говорил, нам уже дает что-то типа неуязвимости. То есть, смотрите, вот нас бьет тавр, как только мы заходим в активку. Мы невидимые, при этом вот это темное облако будет ходить за нами, то есть оно будет сигнализировать оппонентам о том, что Сларк где-то под ногами, и, конечно же, Сларка можно будет зацепить какой-то магией и, конечно, пробить только магией, но не рукой. Рукой никто не сможет на вас направить, никакие гемы, пайпы, худы там, всякие сентри, дасты, вообще ничего не поможет, вы Сларка никак не увидите. И, конечно же, даже там Сикер не сможет его увидеть, и никто не сможет его побить в Shadow Dance. И у Сларка сразу же активируется его пассивка, то есть, если у вас там, допустим, вот такая вот жесткая прессинговочка, вас там бьют толпой, и вы такие, у вас low HP, опа, заходите в Shadow Dance, у вас пошел реген, у вас включился, конечно же, включилась пассивная основа ультимейта, и вы можете куда-то газануть, убежать, и, ну, в принципе, как хотите, можете это использовать. Главное понимать, что в Shadow Dance у вас активируется полная сила ультимейта, то есть у вас включается и пассивка, и активка. При этом вы невидимые, вас никто не может достать. Вот такая тема. В зависимости от уровней прокачек у нас тут имеется такая тема. Давайте выведу табличку и поговорим о моментах. Смотрите, дополнительная скорость передвижения. Это идет как и в пассивке, так и в активке. То есть, как вы поняли, активка подрубает просто и пассивку, еще и при этом дает бонус того, что вас не видно в течение 4 секунд. То есть, ну, я думаю, вы это поняли. Смотрите, дополнительная скорость передвижения 30, 35 и 40%. Далее, регенерация здоровья в секунду 3, 5 и 7%. Когда вас никто не будет видеть, когда вы будете просто в Shadow Dance, вы будете регенить себе на ласт уровне 7% от максимального значения. То есть постоянно тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, раз и все, у вас очень много хитпоинтов. Захилили. Задержка активации пассивного эффекта 0,5 секунд. То есть когда вы выпадаете из вижена оппонента, или вы пробегали под вардом, только заходите в туман войны, сразу пассивка у вас активируется, и вы быстро побежали и быстро регенитесь. То есть вот такая вот тема. Далее, что у нас есть? Длительность бездействия от урона нейтральных крипов. То есть когда 2 секунды там вот проходит, когда вы побили крипчиков, отходите от них, через 2 секунды у вас подрубается ультимейт. Ну а длительность при активации 4 секунды. Это именно длительность Shadow Dance. При этом требуется у нас маны 120 единиц и перезарядка 60 секунд. Да, перезарядка очень жесткая, потому что, ну, по сути, прикиньте, Сларк просто неуязвимый 4 секунды при этом быстро бегает. И может еще очень сильно бить. То есть 4 секунды вы просто делаете, что хотите. И все, и оппоненты просто в шоке. Далее, что у нас тут имеется, ребятки. У нас эта способность очень мощная, она не унаследуется у иллюзий, и это очень хорошо. Далее, Shadow Dance нельзя развеять, то есть как? Ну как его вообще развеять? В принципе, я не знаю, зачем тут написано нельзя развеять, но тому подобное. Как работает у нас Silver Rage на ультимейт? Silver Rage не позволит
Сларку включить свою пассивную основу, но активку вы сможете по нажатию хоткея нажать. При этом Silver Edge вы можете спокойно снять и Dark Pact. То есть Silver как бы полезен против Сларка, но Сларк может, сможет все равно воспользоваться всеми, всеми возможными моментами, которые у него тут есть. В принципе, больше, я думаю, нечего тут рассказывать по Shadow Dance. Очень лютая способность. Не знаю, Сларк, пользующийся туманом войны, это просто лютая тема. Я иногда не понимаю. И, ну, вот есть Сларки неопытные. То есть, допустим, я считаю, что я более чем опытный Сларк. Но, блин, это звучит ЧСВшно. Но вот по факту, ребят, играю уже лет 15. И просто на этом герое, ну, вообще неинтересно играть. Потому что, ну, реально, это почти постоянный вин. Потому что, пользуясь туманом войны на этом персонаже, вы становитесь очень жестким. Хотите, даю, дам небольшой курс, как пользоваться туманом войны. То есть, допустим, смотрите, на дворе ночь. И у вас ситуация, вы убегаете с руны от кого-то, вот тут нету варды, и вы как только подниметесь на хайграунд, если в лоу-граунде кто-то есть, у вас уже сразу включится пассивка, и вы просто забегаете к дереву поближе, чтобы когда оппонент поднялся сюда, он вас не увидел, и все, вы просто газуете. Также туманом войны просто можно будет воспользоваться в случае, если вы просто убегайте здесь по прямой, не бегите по прямой, старайтесь забежать за какое-нибудь деревце сразу, чтобы с вас вижен пропал, и у вас активируется Shadow Dance, и вы просто будете убегать. Пользуясь всеми этими фишками тумана войны, вы сможете быть, так сказать, на 2, на 3, на 4 головы выше оппонента. Вы только зайдете в туман войны, у вас сразу включится пассивка, и вы начнете регениться и быстро убегать. То есть, ну, это, блин, я думаю, большинство опытных игроков, кто меня смотрит, они эту тему поймут и, возможно, напишут: «Азес, ты лох, ты рак», как обычно, в принципе, все будет в такой теме. Ну и, в принципе, надеюсь, ничего больше я тут не упустил на Shadow Dance. В целом, я думаю, вам все понятненько. Вы все знаете, что Сларк теперь имба, и это очень сильный герой. Ну, я думаю, вопросов у вас не останется. Если что, напишите в комментариях по поводу этой темы. Ну и что ж, в принципе, ребятки, на этой теме, я думаю, уже стоит прекратить обзор теории на данного персонажа. В принципе, очень сильный персонаж. Сейчас мы сыграем три каточки, три интересные каточки. Сыграем, скорее всего, одну фановую и две серьезненькие с разными билдами. И посмотрим, что этот герой может. И в целом, пожелаю всем, ребятки, приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Ставите лайки, конечно же, подписывайтесь, комментируйте. Ну и напишите свое мнение, насколько силен этот персонаж. Ну а по контрпикам мы поговорим уже прямо сейчас на практике. Поехали! Так, ну что, ребята, загружается у нас катка. Поменяла немного место расположения. У меня нету сейчас интернета, уже неделю нет интернета, вы все это прекрасно знаете. И, соответственно, приходится дописывать гайд не дома. Поэтому вот такая тема. Что ж, сейчас у нас каточка на Сларк. И, соответственно, мы сейчас разберем у нас контрпики, разберем персонажей, которые любят Сларк. Ну и в целом поговорим, какая у нас будет сейчас катка и что мы будем тут делать. Так, взяли мы Сларк, хорошо. По дефолту сейчас закупимся, СВ. Все, вот так вот, и погнали. Все, все, так и идем центральную. Идем, первую катку у нас будет через центральную, потом через изи линию пойдем. Идем через изи линию потом. И потом пойдет у нас секретная катка. Что в этих катках будет? Первая катка — это дефолт, вторая катка фановая через определенный билд. И третья тоже через определенный билд, тоже будет очень интересная. Далее, смотрите, по контрпикам, поехали. Все персонажи, которые будут видеть у нас Сларк, а именно такие персонажи, как Баланар, там, знаете, Котл, они будут очень жестко контролить нашего персонажа, потому что, ну, будет видно его, постоянно видно, соответственно, он не может воспользоваться своими, так сказать, способностями. Далее, что у нас еще любит Сларк? Сларк у нас, вернее, не любит, что он не любит? Не любит Бладсикер очень сильно, потому что под лоу хп будет очень жестко и напряжно. Далее, очень жесткий контрпик против нас — это Баратрум. Очень сильный контрпик, кстати, еще Рикимару, потому что ставит тучку и напрягает. Ну и в целом, там еще много контрпиков, но это основные контрпики, которых нужно бояться. Далее, что у нас есть? Герой, который у нас Сларк любит. Герои, которых он... Господи, смотрите. Героев, которых он любит. Это у нас герои. Мешки избиения — это Гаргона. Потом это Абадон. Потом Акс. Какие-нибудь пуджи жесткие, чтобы жестко, так сказать, нагнетать. Соответственно, качаем пассивочку и поехало, и поехало. Все, в этом и смысл. Что там Найкс на топ идет. Да, инвокера взяли еще ластпиком. Такое. Так, есть. Ну, в общем, вы поняли. Бриз тоже для нас мешок избиения. Знаете, просто прыгайте, накачивайте стат, и все. Надеюсь, катка будет интересна, ребятки. По кайфу. Так, парень там что-то не торопится. Фору дает, походу.
Фору дает. В общем, на Сларке на самом деле самая главная тема это как Сларком выигрывать. Сларк должен стакать третий постоянно. Если Сларк не стакает, он не дамажит вообще. То есть он, ну, очень слабый герой, если он не под стаками. То есть он вообще ничего не делает, если он не под стаками. В чем фишка? Он эскейпится постоянно. Если его не убивают, он сильнее с каждой дракой становится тем, что высасывает стаки и поехало. Далее, смотрите, как мы тут будем качаться. Какой тут будет Сларк? Даркпактовый или эссенсовый? То есть есть два вида сларков, которых я, ну, которых я именно практикую. Не знаю, кто там как качает их, но по кайфу. Мне лично играть через эссенцию по кайфу, потому что примерно на 10 уровне с лотаром вы уже будете иметь максимальный пик формы, который у нас имеется именно с прокачанными статами. Будет по кайфу. Так, крипчик добили, хорошо. Что тут вкачать лучше? Прыжочек качнем. Интересно, что копа качнул? Тоже, наверное, прыжок. Но в миду я ее не убиваю. Тут нужно будет, кстати, щиток бомжа взять. Ага. Смотрите, что это у нас там. Она качнула. Господи, мне нужно крипа добить. Вот так вот делаем на характере. Получится забрать? Ну, крипы проблочат. Конечно, крипы проблочат. Я бы забрал сейчас, кстати. Все, блинк у нее есть. Это плохо. Забрал бы ее. Блинк есть у нее уже. Сейчас попробуем еще раз прыгнуть. На характере просто. Может, не успеет отблинковаться? Можно, в принципе, через эссенцию тут играть будет. Давайте стик возьмем. Орбу. Орбу. И можно сделать еще щиток бомжа. Блин, тут вообще даркпактовый сларк будет активен. Прям именно очень хорошо, потому что... Дай ударю. Хорош, блинкуется. У нас блин, кстати, одинаковое время почти кдшится. На ранних стадиях. Так, хорошо. Ой, а что это ты не покупаешь? Хорошо, регенимся. Даркпактовый тем хорошо, что я еще и яд буду снимать тут. Но я и думаю стаками побеждать тут. Стаками. Ща, придут артефакты. Бара бежит еще. Хорошо. Бара сейчас ее накажет. Да, иди сюда, дорогой. Раз. О, что тут баратрум. Приса баратрумовская. Берем. Даркпак, нормально. Нормально. Но сейчас я, правда, без этих буду. Без бустов. Ну, что-то бара ходит, да. Хочет хилку дать. Плюсуем. И поблагодарим. Давайте снимем эту парашу. Снимем. Хорошо. Пойдет. В целом нормально все. Стоим, чилим. Статы хапаем. Стики пополняются. Дай тычку дать. Не дает. Не дает тычку дать. Ну, хорошо. Главное, фармим. Ну, 11 крипов на 3 минуте. В принципе, Queen of Pain это Queen of Pain. В любом формате. Да что с этими прыжками? Не убьем ее. А, не убьем. У нее ману, походу, я стянул. Она скрим еще дала. Давайте в третий уже. Раз в третий начали, значит через третий будем играть. Фармим, пока копы нету. Бара роумит. Жестко. Бедная Queen of Pain. Бедная Queen of Pain. В принципе, нормально. Фарм есть, Queen of Pain умирает, что еще нужно, да? Спросите вы. Опа, бежит уже, бежит. Я задиспелю. Сниму. Что хочешь? Хорошо. Прыгать не хочет на меня, сбить меня. Я отойду на руну пока. Потеряв два крипа, я, в принципе, тут ничего не потеряю особо. Хорошо. Регенерация, отличная руна. Просто отличная руна. Пойдем сейчас попробуем статы постягивать с ней. В принципе, даже забрать, по идее, можем. Найс, прыжок. И не ударил ничего. Я рассчитывал, кстати, на относ. Кто-то тпшится. Некр.
Некр, кстати, жесткий контрпик тоже. Знаете почему? Потому что, в принципе, Некр это вообще сам по себе персонаж, который очень жестко душит. Он просто пассивкой сжигает нам все хитпоинты. Так, все, гоу стакать на ней. Тычку даешь. Еще тычку даешь. Я буду просто как дурачок идти редкликом. Ладно, прыгну. Хорошо, дальше. Тарпактим. Нету маны там. Печалька. Пассивку апнули зато. Ну, инвокер там раздает. Так, хорошо, есть. Раз. Апаем хитпоинты. Все-таки будем через эссенцию играть. Я решил. Качал в тройку ее горит через эссенцию. Не знаю, ребят, просто это уже шестая где-то игра. Все они просто неинтересные. Игры неинтересные. Там и рэмпейджи были, и ультракиллы. А игры просто неинтересные. Сипкаточка была интересная, я бы с радостью ее выложил. Но они неинтересные просто в одну калитку. Приходится по миллиону игр играть. Чтобы найти какую-то интересненькую. Так, вот это у нас что тут за мешочек стоит? Просто две тычки дадим, привязывать даже не будем. Копа бежит райт-кликом. Сейчас возьмем седьмой и будем уже тогда настакивать. Вон, Гаргона, кстати, отличная цель для того, чтобы настакивать, как я уже и говорил. Будет кайф. Хорошо. Есть. Размаксили. Можно взять в райсбендик для стат дополнительных. Вообще желательно брать аквилу. Аквилу. Так вот напишем. Редко когда пишу СС, потому что типа стоят варды. По вардам и так видно передвижение. Зачем там еще дополнительно миссы писать? Как будто, знаете, ну, расчет на тех ребят, которые вообще на карту не смотрят. И потом пишет, а где СС? О, пошло дело. Стакаем просто. Смотрите, просто, я просто стакаю на ней. 10 тычек. Опа. Дай тычку дать ей. Прикиньте, не дал тычку, не сбил ничего. Ладно, гоу. Догоняем. Стой. Все, у нее нету маны на блинк. Хорошо. 14 стаков. На 2 минуты у меня сейчас. Этим можно пользоваться. Этим можно пользоваться. Этим можно пользоваться уже. Так, вот это сюда. Добиваем в наглую. У нас 11 армора. Ну, 10, окей. Нам пофиг, в принципе. Извините, не вовремя выложил. Вот так вот сделаем. Хорошо, сюда. Ля, там внизу весело. Сейчас вниз пойдем. Вниз пойдем. Так и погнали вниз. У нас статов много. О, некр пошел сюда. Ну, го, некр примем. Вот здесь по стеночке пройдемся аккуратненько и встретим его. Даже ничего юзать не будем. Спокойно заберем его и все. Гу-гу-гу, далее. Вон еще мешок избиения. 17 стат есть, можно еще подзабрать. О, ГГ. ГГ, просто стакаем. Мешок избиения называется. А, хорошо. Да, жестко. Сколько у меня там? 24 стака. Хорошо, можно с этими стаками сейчас работать. ПТ-ху я взял. Через что будем играть? Буду играть через лотар. Через лотар, не знаю, мне всегда было приятнее играть. Господи, тут просто игра в одну калитку опять. Ну, походу, восьмая игра будет еще, да? Ой, ужас какой. Я устал уже эти игры играть. Ладно, может, камбэкнут. Кто их знает. Будем надеяться, конечно. Кто их знает. Мартредка. Гоу. Я очень сильно замедлен. Сори.
Я по Т-шку пойду. Ну, конечно. Ладно. Ну, ничего страшного, я виноват. Ладно. Я полез, не знаю, Бара просто сыканул, убежал, и все. Сколько у Бара? Тоже 7 армора. Бара тоже хорошо танчит, а у него 1100 хп было еще. Окей, моя вина. Если честно, я думал, я ее заберу, но у меня тут еще промах вылетел. Там как раз таки хватило бы, мне кажется. Ай, ладно, все равно. Все равно эту катку вы не увидите, потому что она неинтересная. Если увидите, значит она интересная будет. Да, я бы что вставлять не буду. Обо что вставлять не буду. Если не увидите, значит неинтересно. Что за фидер на некре? Я дальше не пойду. Жесть, она мне Queen of Pain тоже сносит нормально. Хорошо. Пол Лотара есть, да? Лотар вообще на 10-й минуте должен быть. Хорошо. Блинк, тычка. Так, есть. Даркпакт размаксили, кстати, это очень хорошо. Ой, там фидят. Фидят пацаны. Кто там убивает? Фини, это кто там? Мартретка? Господи. Как вы умерли, пацаны? А, ну я ж там тоже сфидил, кстати, мартретки. А как мартретки? Queen of Pain? Разницы нет. Го вообще включим. Включим Аквилу, попушим. Тавр заберем, в принципе. Так, ну я не буду сейчас мешком избиения пользоваться. Не буду. Сейчас день, днем вообще нужно рот на замок делать. Сейчас есть Shadow Dance, можно будет подработать. 8 стаков есть у меня. Хорошо, так делаем. Желательно подобуживайте ПТ-ху перед тем, как душите. Потому что ПТ вам даст возможность сохранить чуть больше маны. Ой, некор тут. Господи, у меня герой, видели, не прошел туда. Знаете, почему не прошел? А потому что я конченый дурачок. Вот поэтому не прошел. Потому что некор уже вот здесь был. И я тавр не забрал, кто-то глифом меня поднасрал жестко. Ой, профессионалы. Ладно. То есть, кто-то глиф нажал, и я здесь. Я думал, я здесь подманшу сейчас, подрегенюсь вот тут вот. А тут некор уже был. У меня герой, короче, не пошел тогда. По механике игры. Ладно, этот фит, кстати, очень хорошо скажется тем, что мы подольше поиграем. Подольше поиграем. Бара умер тут. Не знаю, Бара без урны такой. Ужас. Ужас. Ладно, есть Лотар, гол, стакать. Ну, Тавр, кстати, по-моему, не добили этот. По-моему, не добили. Сейчас посмотрим, пойдем. ТП-шечку. Погнали. О, мы не добили они. Не добили, лол. Добили. Не знаю, не хочу я бежать за ней, блин, под тавром стакать. Вон кто-то в лесу. А, мартретка. Ля, ты какой профессионал. Иди сюда, профессионал. Ешанал. О, господи. Господи, какое жесткое замедление. Опа, от яда умер. Хорошо. Жестко. Я регенюсь. Хорошо. Я, кстати, умру, скорее всего, да? Queen of Pain. А, нет, не за мной. Но меня видит, блин, под спектрал даггером, да? Жестко. Регенимся? Не регенимся. Почему не регенимся? Вард, что ли, стоит? Вард стоит, походу, да? Вот вард стоит. Быстрее, 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 быстрее в туман войны, чтоб регениться. Все, найс, тут регенимся. Отлично. Жесть, вот это драки лютые. Лютейшие драки.
Причем тычек я вообще не дал там в этих драках. А чё? А чё такое вообще, да? Жестко. Ну, интересная будет игра. Чувствую, что можем тут что-то как-то подналажать. Два раза уже налажали. В принципе, на Сларке сколько, допустим? Ну, 3-4 раза умереть можно. Где-то на 20, на 30 фрагов. Опять-таки, смотри, какая игра. Игры же все разные. Может быть такое, что там просто фит-контора люто. Давайте сделаем Сильвер. Сильвер первым артефактом будет, потому что там мартретка. Попытаемся ей отключать пассивочку, чтобы быстренько сбивать ее. И некро тоже, кстати, можно будет поддушивать. Сейчас манка нам придет еще. Пока бегаем, ПТ на инт можно поставить, чтобы у нас мана пополнялась чуть-чуть. Хорошо, погнали. Некр, в принципе, фри кусочек. Угу, там мартретка еще. Ага, там все, походу, да? Главное, Shadow Dance, чтобы был. Все остальное мелочь. Стакаем просто на нем. Хорошо, настакали. Дальше можно идти. Кто внизу? Внизу кто-то был. Не видел я. Ага, ну с вот этим пацаном можно подработать. Let's go, поищем. Вот здесь будем выходить. Сейчас ночь. Ага, вон она. Уже не успеваем. На блинках она. Быстренько. Быстренько на блинках передвинулась. Чувиха. Пойду руну заберу. Покер там. Мартретку с этим армлетом едным. Вредный армлет. Вон, Гаргоня сейчас пойдем. Там еще и спека будет, да? И блин, я специально кнопки не нажимал. Я чисто стакаю тут, я так понимаю. Хорошо. Ой-ой-ой. Души ее. Злись на нее, злись. Ай. Прям почти на вставочку. Хорошо. Куру слили. Это не моя кура была. Не я себя направлял. А успею еще и ультра сделать, да? По идее. По идее успеваю, да? Нет, не успеваю уже. Слишком далеко. Слишком далеко. Опа. А это типа ультракил был. Но нет. Но нет. Хорошо. Я пошел на базу. За Сильвером. И Скади дальше. Скади дальше. Что у нас там по КДАшкам? Ля, задушили. Но, кстати, некр, который АФК был, он вносит импакт. Это герой сам по себе такой, ребят. Он, короче, если ты даже стоять будешь просто в ну, в драке, просто ты вот стоишь АФК, ты тоже внесешь дамагу. Ты внесешь просто с пассивки. Просто внесешь. Гоу. Идет. Найкс не хочет, да? Я побегу. Побегу. Ой, там драка. Ну, некро. Некро задушу, некро опаснее. Давай, давай, мартретка. Хорошо. Иди сюда, дорогой. Блин, конец на крипа, да? Или нет? Хорошо. Хорошо. Тавернем по КД. 30 стаков имеем. 30 стаков. О, в наглую. Есть кто-нибудь? О, здравствуй. Хорошо. Жесть. Это имба. Когда дают стаки. Под зажрать. Тут я уже наглеть не буду. Маны нет, уже все просадил. Интим услуги. Да, Гаргона это мешок избиения для Сларк. Тупо по факту. Хорошо. По некор там в атаку пошел. Я тут постою, пофармлю, чуваки. Вы не против? Скади next там делаем.
Давайте пофармим чуть скади. У меня, в принципе, все хорошо. Они не сдаются, молодцы. Не сдаются. Я пойду чуть-чуть пофармлю. Я сейчас скади хочу поднять. Мне нужно опять 300. В принципе, меньше 2000. Меньше, чем 2000. Меньше, чем 2000 надо. Хорошо. Сларк с дарпактами очень быстро фармит. Они быстро кдшатся, берут мало маны, и в принципе можно очень жестко поддушивать. Хорошо. Лайнинговых крипов у меня очень мало. 60 крипов это очень мало. Это ранний. Ранний такой, ранний крипинг. Так, ну чуть остается. На этих нет смысла юзать. Статы я все просрал. Так что можно чилить. Чилить можно. Так, кстати, решил поколотить крипов. Хорошо, этих сейчас задуем. Задуваем. Есть. 4400. Опа, мартретку взорвали. Инвокера на рипера. Нормально они его там присанули. У меня нету маны, чтобы идти в драку. Можно, конечно, сделать вот так вот, попробовать. 300, 400 маны мне хватит, чтобы подзадушить. Гоу. В принципе, можно будет так сделать как-то. Некрофирс цель вообще. Вот так вот сделаем. Ну, прыжком не попал, лох. Получается так. Это эхо на инт. Ля, там. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вот. Го, вот так сделаем. А, я в стангейзе стою, лол. Дарфакта не было. Ходим. Маны нету особо. Чтобы двигаться тут более активно и не считая ману. Нету особо уверенности. 9 тычек дал. Сейчас скади сделаем уже. У нас, в принципе, подфиживаем, да? Нормально, по классике. Гоу, побежали. А не, не заберем. Какой смысл? Я лучше скади добью. Не. Нафиг. Вот этих пацанов доковыряем сейчас. Гоу, скади есть. Закупаем. На базу сходим, зарегенимся. Что next там будем тарить? Башер. Тут БКБ-ха, в принципе, не требуется. Там стонгейс. Стонгейс через БКБ-ху работает, но мы его снимем, этот стонгейс. Это первый момент. Второй момент, что у нас там есть еще. Если бы там был какой-нибудь жесткий контроль, типа ЕС-а там. ЕС плюс там, возможно, какой-нибудь еще Леон, то можно было бы сделать БКБ. Тут, в принципе, я БКБ не вижу в билде. Но не забывайте, что против жесткого контроля... Ля, Найкс что сидит? Против жесткого контроля обязательно собирать БКБ. А инвокер дает прокаст просто по всем. Заберут, мне кажется, инвокера тоже, да? Мартретка умерла, даются дасты. Санстрайк, ох, как увернулся. Хорошо, но инвокер не забрали. Там некр надо, чтобы рипера давал вокера. По-другому не заберут они его. Креветка крякает. Так, что, топ толкнем, да? На низу, в принципе, суета, они сейчас тянутся. Все там в КД. Хорошо, так сделаем. Скади, чуть-чуть со скади опоздали мы с такими бустами. Ну, не до фарм у нас. Все-таки, знаете, находить нужно в доте баланс такой, когда вы бьете и крипов, и героев, и все у вас в балансе. То есть вы, так сказать, не отходя от кассы, работаете на две смены. Давайте возьмем ТП-шечку дополнительно. Next Basher возьмем. Не знаю, сколько игр на сларке играю, ни разу до лейтгейма я не доходил. Потому что либо игра раньше заканчивается, либо лузом, либо вином. Чаще вином, конечно, потому что такой герой это имба. К некру сбегаем. К некру. Надо статы набивать. 18 левел у меня. Это очень высокий уровень. Марита. Не, ну тут это глупо под Т2. Лезть. Тут можно подснимать немного. Хорошо. Зацепил еще, лол.
Куда ты там ему метеорит кидаешь, ему и так хватило бы. О, мешок. Набивание стат, кстати, вот он. Иди сюда. Станги сниму. Не снял. Не сниму. Что думаешь, я тебя убивать не буду? Я тебя буду убивать. Ля, я тут под тэшками просто. Это Сларк. Лотар есть, может не бояться. А с Дайгером вы бы так не сделали. Поэтому я люблю играть через Лотар. Лотар собрали, побежали. Через Дайгер. Не то совсем. Гоу сюда. Башер доколотим. Оп, хорошо. Жестко. По-моему, даже без шансов там у них камбэкнуть. Но Спектра может камбэкнуть. Она Сларка нормально может наддушивать. Надушивать нормально может. Стики сейчас продадим, пойдем башер купим. Башер далее. Что-то типа шардов можно взять, бабочки. Ну типа если это дефолтный билд, то там БКБ желательно собирать. То есть если вы играете против жестких прокастов и тому подобное. Так, башер у нас есть, имеем. Хорошо. Хорошо, башер есть. Погнали. Такие вот у нас 4 слота. На данной стадии игры. Но мне кажется, они все равно не выиграют тут. Еще иногда диффуз собирают ему. Диффуз собирают для того, чтобы снимать гасты. То есть, если много контроля, опять-таки, диффуз, БКБ, это все имеет место быть. То есть, это все зависит от количества контроля. Чем больше контроля... Хорошо. И тебя хочу. Можно со следующим прыжочком. Ой, какое замедло неприятное. О, жесть. Дайте кого-нибудь бить. Боятся меня как огня. Просто хайтят. Тупо хайтят. И такие, а думаю, а чё, может убьем его все-таки? Не убьете. Угу, понял. Хорошо. Найс прыжок. Ну блин, конец к Гаргоне. Хорошо. Ну если я сниму эту тему. Давай, давай, давай. Башел. Господи, крипы не дают пройти. Я не буду рисковать. Не буду рисковать. Все, это мид, походу, да? Да, мид сейчас фул, я выйду. Мид за душем. ГГ. Хорошо. Ну снял. Снял с себя таргет. Я чисто попрыгунчик, называйте меня так. Но без шансов тут у них. Не камбуцкнуть. Это смерть. Стопроцентная. Такая катка, в принципе, среднестатистическая на Сларке, ребят, потому что... Простенькая. Простенькая катка получилась. Просто на всю ману деремся. На всю ману. 3400 на кармане, колодца можно побить. Избиение получается. Не знаю, вы любите потные игры. Эти потные игры, жесть, как долго искать. Вот это уже 6-я игра, или 7-я. Или 7-я. Просто нету таких игр, где прям вообще, ну... Прям вообще, ну, потно. Их очень мало, этих игр. Примерно 2 на 20 игр. То есть 10% поймать такую игру. Мне повезло, в гайде на Sky я игру... Ой, игру. Гайд на Sky записал за 4 игры. Ой, за 4. За... Ну да, где-то за 4. И прикиньте, насколько мне повезло. На Сларке я уже играю вот эту 6-ю или 7-ю игру. 6-ю или 7-ю игру я уже играю. И тупо все игры неинтересные. А хочется какую-нибудь интересную каточку. Да даже такая она, в принципе, ну, снесли мид просто. Никакой оппозиции особо там нет. Но они что-то пытаются, но у них ничего не получится в этой катке. Только если мои ребятки свидят несколько раз, чтобы была возможность у них более лучшие шмоточки приобрести. Но мне кажется, без шансов тут. Кажется, без шансов. Посмотрим. 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 Стоит. Стоит ДДшку свою стережет.
Рошана заберем. Ну, знаете, почему Аегис не в кайф брать с Ларку? Когда вы умрете, вы статы не будете держать с Аегисом. Такое себе. Такое себе. Такое себе. Санструйки. Там напихал 4 кнопки. Хорошо. Пусть берет. Ладно, я возьму. Окей. Так, 4800 золота. 4800. Гоу. Продажа. Продажа. А! Негр погиблый. Че возьмем еще? Можно диффуз взять. В принципе. Но мы дефолтный билд делаем. Соответственно, дефолтный билд значит БКБ. Правильно, правильно. Дефолтный билд значит БКБ. Чтобы вы понимали, что собирать в дефолтной игре на Сларка. БКБ. Башер, БКБ, Скади. Это дефолт. Ну и ластовый слот. Я не знаю, честно, ластовый слот. Сомнительная тема. Если там много с руки пробивает, то Кираса. Тот слот уже идет, он на макре. Соответственно, если у вас в команде какие-то персонажики там интересненькие. Например, Мартрейдка тут. МКБ собрать ласт слотом. Вот, типа как бы, ну, против Мартрейдки. Такой смысл. Так, свинюку продаем, интересно, да? Хорошо, пошло дело. Спрятались. А нас не видно. Некро будем убивать сейчас. Вот вам БКБ, ФБМ и долбить. И сюда. Куда Сларк идет? Хорошо. ПТ-ху на силу. По идее живу. Хорошо. Ну. Ну, на вставочку, можно так выразиться. Окей. На вставочку. Так, ну ласт слот МКБ, да? Говорят. Го, вот так вот. Рекуру. Это на вставочку. Дай тычку дам. И куда? Стой. Сейчас бы диффузик, да? Ай, хорош. Я чисто как мега крип тут. Забашил. Айс башишь. А вот некро я уже побаиваюсь. Есть БКБ, кстати, можно обмануть его. Хорошо. Хорошо. Ну ты и животное, пишет. Осуждаю. Как тебя убить? Я сам хз. Так, мне нужна Эгис слить, пацаны. Эгис слить. Все, пусть сливают. А можно не просто так слить. Чтоб еще статы набить. Хорошо. МКБшку ластом запихну. Ну, ради на вставочку можно эту каточку, в принципе, вписать, да, ребятки? Можно. Опа. Ради вставочки можно. Оп, МКБха до кучи. Ого-го, душить. И иншолкер пришел, сейчас будет тут суета. Открывай ворота. А все, позастилил. Хорошо. Хорошо, все позастилил. Го, под тэшку прям. Под колодцем. И тебя. Хорошо. Ну, ребятки, этот Сларк, первая катка такая вот получилась у нас на Сларке. Жесткий персонаж на самом деле, но что поделать, пользуйтесь туманом войны. И первую катку мы в дефолте сыграли. Сейчас пойдем некстовую катку. В некстовой катке что мы будем собирать? В некстовой катке мы будем собирать, ну, фановый, средний фановый билд. То есть вот это дефолт, так как нужно собирать Сларка в принципе, как его всегда собирают. И в принципе все.
принципе, все. Ну, на вставочку, так сказать, оставляем эту игру. Так как у нас там моментик интересный. Пойдет 36 фрагов, наколотили, в принципе. Пойдет. Для вас, для понимания, что, как работает этот герой в целом, что нужно делать, тут по этой каточке будет понятно. В некстовой катке будет поинтереснее, будем придумывать одну интересную старую страту, я придумаю. Через дагер, не знаю, будем играть через дагер или нет. Я уже говорил, почему я не люблю через дагер. В целом, go next, короче. Окей, go next. Так, ну что, ребят, загрузилась у нас некстовая. Сейчас, в общем, наша задача сыграть на сларке. Через Dark Pact. Будем максимально играть через Dark Pact. И что мы будем делать далее? Конечно же, у нас будет тут фановый билд. Но не такой фановый, как секретный. Секретный билд тоже у нас будет интересный. Будем душить на сларке. И, конечно же, что у нас тут надо сделать? Ах, блин, хочу старенького сларка через Madness. Просто по рофлу сделать Madness. Посмотрим, что из этого выйдет. Идем на мид дефолтно. Обещал за через изи линию сыграть, но через изи линию сыграем позже, наверное, следующую катку, некстовую. А эту катку пока сыграем на сларке так, как играем. Погнали, в общем, у нас тут будет, по идее, ну еще тут, смотрите, еще и мартаретка, да? Ну, значит, МКБшку сделаем, МКБ Буриза Маднес, да? Че, по фану, по рофлу можно будет сделать, надеюсь, катка получится интересная. И что у нас еще получится? Получится что? Некстовая катка будет секретная, через определенный артефакт. Очень интересно, по идее, должно получиться. Посмотрим, что ребята напикают. Ага, Тинник там. Тинник, смотрите. Страшно. Тини это по-любому БКБ надо будет делать, потому что Тини это проблема. А можно вообще сделать этот, Глиммер? Глиммер. Если Тини будет жестко душить, Глиммер сделаем. Через Глиммер. Глиммер, Лотар. Вернее, Глиммер потом, если что. Лотар разберем. Будет тоже нормально. Можно будет душить. Так, ну что, хорошо, у нас вату понапикали для Тинника. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Если сильно тяжеленькая каточка будет, будем душить. Будем душить. Да, гу, плюсую. Вардик, будем душить определенными моментами. Так, виндранку взяли еще. Ну, у нас такая вата, еще раз вата. Что-нибудь бы интересненькое пикнули бы. Там будет винтер, который будет напрягать. Ну, постараемся стакать на нем, не знаю. БКБ-ху придется тут еще делать, походу. Винтер будет через БКБ давать свою курсу. Будет неприятно, конечно. Так, хорошо. Ждем. Руна выходит и погнали. Пожелаю, ребятки, всем приятного просмотра. Еще тут, кстати, будет у нас рекламная пауза. Давно их не было. Рекламных пауз этих. Где-то в середине катки подрубим рекламную паузу. Если кому не нравится Real Life, сразу говорю, ребятки, можете скипнуть. Я никого не заставляю смотреть Real Life. Там немного, 5 минуток. Так сказать, уже, наверное, заинтриговал. Заинтриговал, наверное. Так, идем на мид. Почему взял пассивку? Думал, сейчас размениваться будем. О, тут Тинник в миду. Тинник в миду. С Тинником, кстати, можно будет поиграться. Хорошо. Ну, классно было бы через третий тут играть в Эстине, потому что с Dark Pact'ом... С Dark Pact'ом будет тяжело, тяжелее, потому что он будет... Ой, не достал, прикиньте. Что там ману пьешь? Вкусно тебе? Смотри, смотри. Ребята там ссорятся. Зашли подписчики, кстати, в игру. Играем с подписчиками, можно сказать. Потому что, блин, постоянно ливают. Невозможно записать гайд. Это уже 11-я игра, ребят. Тупо ливают, пацаны. Заходят в игру и ливают. Я не понимаю этой темы. На самом деле, под вопрос ставится тут раскачка через Dark Pact, ребятки. Потому что Тинник на миду это все-таки проблема. Тем, что я, если буду прыгать на него... Ладно, берем. Все равно я обещал через Dark Pact играть. Но это нелогично тут играть через Dark Pact. И напоминаю, что эта катка... Та катка, в которой не нужно так собираться, как я собираюсь. Так, выпрыгнули с аваланча. Это хорошо. Давайте хил накинем. Сапог возьмем. Через Клоаку нужно будет тут играть. Это нелогично будет тут. О, ЦГГ, да, походу? А нет, еще живу. Сколько там? 8 маны.
Хорошо, ля вообще. Так, но хил не сбить бы. Рега. Плюсану. Прикиньте, чуть не сдох я. Я заберу, но мне нужно тут подфармить. Вот это. Оп. Хорошо, все. Имеем. Давайте возьмем Клоаку сразу, ВС Тиника. И цирклетку, я думаю, да? Почему нет? Клоаку, ВС Тиника, а будем в наглую прыгать на него. А что делать? Что делать? Пусть пацан потеет, почему нет? Пусть пацан потеет. Оп, ударчик. Минус 13 маны. На 15 секунд. Хорошо. Так, дарпакт. Есть. Оп. Хорошо. Я не пойду дальше. Хила у меня нету, если что, чтобы выйти из-под тавра. Плюс там, может быть, санстрайк будет. Поэтому так, аккуратненько надо. Просто фармим пока что. Пойдем через глиммер, потому что там тини, ребятки. Пойдем через глиммер. Добивать бы еще крипов. Было бы круто. Не-не-не-не-не-не. Винтра еще. Че и винтра? Много тпшек. Три. Там их трое. Давайте на руну сходим пока. Че, шестой левел уже апнем. Хорошо, густики. Такой нестандартный билд у нас здесь будет. Как видите. И это хорошо. Вы же любите что-то разное. Соответственно, вот в этой катке будет разная тема. Сейчас подхилимся. СС3, этот на мане постоянно сидит. На тинике. Он меня с прокаста не убивает. Не убивает. Попробуем. Хороший относ. Я не попал. Ну, дарпак. Серьезно? Левел ап. Печалька. Сайленсер. Да лол, дайте жить. Знаешь, так хочется жить. Вот эта песня, и там еще кура улетела. Ужас, что за суета? Четыре героя в меду. Санстрайк еще будет. Вот здесь спрячемся. Хорошо. Нет. Крипы меня зажали, я там пройти не смог. Регенимся. Вард на его ХГ стоит. Примерно в этом же месте. Так, Тини капнулся, молодец. Молодец. ССшка будет еще под ноги. Ой, как тяжело-то, ё-моё, сколько героев тут. Ну, все, ССшки нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько героев. Это жесть. Но хпшки, манки нету. А что-то дарпакт раскачан. Да ля, и никого не заберем, да? Ужас, вообще ужас какой-то. Что это такое? Сколько там у мартретки промахов вылетело? Это же трэш. Это невозможно. Да что ты меня тут задушишь? Что за суета вообще в меду происходит? Сейчас от санстрайка бы не умереть. Было бы хорошо. Закидывает. Ужас. Что за трэш происходит? Очень агрессивная игра. Очень агрессивная игра. Но мне надо зарегениться. Надо регениться. Манга не работают. Они не работают. Так, ну дарк-пакт есть. Жесть катка, да? Четверку раскачали. Дальше прыжок раскачивать будем. Если такая активная катка, будем прыжочек качать далее.
Вот, ДДшку соберем. ПТ-ху. Отлично. Так, у меня 200 маны всего. Тиник. Тиник. Ужас. Что за драки? Посмотрите, как они играют в эту доту. Хорошо, на развороте можно. Хорошо. Отлично. Ай, кристалка. Молодец, забрала хотя бы так. Пойдет, давайте все равно третий будем раскачивать. Отлично. Пойдет. Бля, вот это суета. На развороте хорошо сыграли. Опа, отлично. Норм, все, пойдет. Где там Мартредка на топе или кто на топе был? Побегаем. Даркпакта нету. Ой, Даркпакт, Shadow Dance. Фармит у нас тут инча. Зайдем на огонек. К Enchantress. На мид. Сделаем аквилу, ребятки. Так как у нас есть кристалка в миду, ой, в миду, вообще в целом на карте, то, типа, у нас должна быть мана постоянно, но пока нету ее второго левела, аура. Давайте все равно аквилу сделаем. Next сделаем глиммер. И в маднес будем выходить. И в маднес будем выходить. Все будет огонь. Господи, крипа не добил. Не добил. Не добил крипа. Ля, там кристалка душит. Сейчас пока день, в принципе, надо тупо фармить. Что еще делать? Ну, я хочу прогуляться куда-нибудь. Вардов нету. Отлично. Можно задушить кого-нибудь. Задушить кого-нибудь. Кентавров, например. Хорошо. На экспу как раз. Отлично будет. Гоу туда. Сколько? 1000 хп мне хватит, в принципе, чтобы подраться. 1000 хп, ПТ-ху на силу. Бард стоит на миду. А, уходит. Хорошо. Деремся как мужчины, езжи. Да, все, не мужчины мы, езжи. Уходим. Виндранка продолжает душить, а я тут как тут. Оп. Хорошо. Плохо. Санстрайк в ногу. А инвокер так и не наш... А, инвокер на топе. Ну, это чисто крыса на инвокере. Какой раз он уже ССшку дает чисто? Ну, попал таки. Но молодец. Молодец. Так, 900 золота есть. Почти глиммер, да? Хорошо. В принципе, нам маны должно схватить с аурой кристалки. Какой-то чейнмейл взял. Странный очень игрок. Это Момао. Вы должны задушить. Если не будет промахиваться инча. У инчи такой же билд, как у меня. Абсолютно, только без нулик. Ой, как хорошо, что попал. И попадает, да посмотрите. Жесть. Жесть, как попадает. Иди сюда. Иди сюда, откинет. Но не убьет ее. Убьет. Не убьет. Хорошо, есть кнопочки. Тиник, конечно, жесткий. Так, на топе жесткая суета. Давайте к Тинику пойдем. Но он меня откинет опять. Я тупо на него нападу, он меня откинет, и все. Ля, там такие хп. Бара на мужика дерется сейчас. Хорошо. Кто там еще у нас? Винтер? Давай. О, хорош. Мешок для набивания. Хорошо. Тиник, да? Хорошо, видим. Видим. Ах ты, на тине.
Гоу. Я сейчас зарегенерирую, но 1000 хп будет смело. Можно будет задушить. Ну, без Shadow Dance страшновато. Йоу, закупимся. Хорошо. Еще кто-то пришел. Оп. Ну, бару я подставил, конечно, но инвокера заберу. Инвокера заберу. Хорошо. Shadow Dance? Будет? Хорошо. Иди сюда. Лол. А чё это за мансы были от Винтера? Лол. Осуждаю. Ладно, есть глиммер. Глиммер потом разберем, если что. Кристалка там убивает. Фига жестко. Так, ну что, Madness в студию. Madness в студию. Хорошо, есть Madness. Это, конечно, жестко против Тиника Маднесом играть. Но суть этого билда, ребят. Я сказал, что билд будет необычный. Специально для вас, чтобы вы не говорили, что билды одинаковые, неинтересно, Азиас. И стал скучный. Будем делать разные билды. Сейчас обычная катка, а далее пойдет секретная. Напоминаю. Но в этой катке прям люто получается. Забавно, не знаю. Против Тиника хорошо отстояли. Сейчас Клаку разберем, соберем Сильвер. Madness сделали, 11 стаков у нас есть. Go. Прогуляемся. Прогуляемся. Погнали. Куда-нибудь. Мартретка там внизу. Ага, вон. В лесочке. Кристаллоидки. Сало, смотрите, как едет. Сало просто дрейфует, посмотрите на него. Че с его анимацией, он поломался. Жесть. Так, ДДХ и погнали. Погнали. Прикольный Сайлос, смотрите, он просто дрейфует. Он, то есть, он не идет, он... Глобалка, отлично. Давайте вот так сделаем. Хорошо, погнали. Статы стягивать. Ля, куда ты меня откидываешь, на извращенец? Жесть. Сайлос забавный, видели, что делает? Дрейфует просто. Дрифтует. А Дадвард стоит. Печально. Опс. Опс. А Лотар сделаем. Лотарчик купим. Интересно, у них есть какие-нибудь шансы камбэкнуть? Там хорошие игроки есть. В принципе. Пойдем на низ, наверное. Мана жесть, как регенится, хватает. Ребят, зажали просто там, ля, тини идет. Тини. Го драться. Сейчас суета будет, но есть Shadow Dance, кстати. Жесть. Ладно, продолжаем. Ой-ой-ой. Но есть еще мана хп. Мана хп есть. Хорошо, душим. На стаке. Отлично. Здесь 15 минут просто задушили. Жестко. Жестко задушили. Гоу, глиммер пойдем купим. Ой, глиммер. Лотар. Они вообще не могут драться. Не получается у них. Просто не получается. Так, есть у нас Лотар, да, в принципе. Дальше Буриза. Буризу будем делать. Буризу будем делать. Фига там Мартретка вырезала кого-то. Буризу. Буризу. Мартретка даже убила кого-то там. Им нужно немного перетерпеть оппонентам сейчас. И они смогут все сделать. Они смогут даже как-то выровняться. Будет потяжелее играть. Им нужно собраться. Собраться и все. Так, Лотар есть. Хорошо, пошли. Отлично.
Че, лотар закажем? По почте. Топ ломается, да? Плохо. О, лотар пришлем. Клаку продадим. Опс. Можно эншентов в таком билде качать, ковырять, в принципе. Через маднес. Почему нет? Так вот сделаем. Там ребята дерутся, я иншей калачу. Ну, пофидят. Пацаны или нет? Ой-ой-ой. Че я куру тут держу? О, вот так вот. Даже не зафидил никто. Жестко. Так, есть у меня кнопки дополнительные. Хорошо, лотар мы пересобрали. Продали Клоаку. Сейчас, конечно, больше будет урона мне вноситься. Да, очень много мне сейчас будет вноситься. Я 150 своих хп потеряю. И с Маднеса мне еще там прилетит. Бонус, так сказать. Хорошо. Так, 2000 есть. 2000 есть. 2000 есть. Отлично. Можно сильвер сейчас сделать. Сильвер и потом начать крит ковырять. Гоу, сильвер. Сильвер сделаем. Сильвер стони. Чинич паку. Оп. Бля, не добил. Даже попытался пропмить. По кайфу с Ларком тем, что он может очень быстро выфармливать за счет даркпакта. Ты просто подходишь, постоянно жмешь по кдшке и все. Сильвер у нас есть, сейчас пойдем душить. Будет 1300 хп где-то. Поддушим пацанов. Нападем, задушили. Опа, виндранка. 1500 хп даже, нормально. Готиника поймаем. Тиника поймаем. Где-то тиник, а, он вон он, да? Тогда мид выхожу фармить. Буреза некстом. БКБ, если что, потом докупим. Бурезу некстом просто. Опа, сайленс. Ребята там душатся. Пойдем к ребятам. Погнали. Маднес есть, можно поесть. Бьют, интересно, бару. Тиник пришел. Тайгера нету. Хорошо. Дай. Дай задушу. Да, хорошо. Хорошо. Так. Будет еще кто-то идти? Я ж типа ушел. Меня тут нету. Меня тут нету. А Салована. Ладно. Понял. Понял. Буризу некстом. Лейды есть. Хорошо. Буризу некстом. Чисто фановый билд. Через маднес. Если честно, старенький билд. Старенький билд через маднес. Типа, ну, просто колотишь через маднес и все. Там Юлу сало появился. Кстати, это хорошо. Юлу это хорошо. Есть кристаллис. Хорошо. БКБ ху по-любому надо будет против тиника. Мартретка фармит, ее бы надо поубивать, да? Хорошо. Орбу продадим, сейчас она мне не нужна, я не буду скади делать. Хорошо. Рекуру напишем. Ребятки увидят. Кристалка соло может, кстати. А, маны не хватает, смотрите. Опа, хватает. Хорошо. Ну, это кристалки были, варды. Если он ее заморозит, маны все равно не будет. Там бара прибежит сейчас за душу. Добил бы ее лучше. Не знаю, там нет ульты. Он ее просто колбами душит. И все. Но мартретки ГГ там.
Его крит. Я пойду на топ. Винтер подсейвливает. Хорошо, просто работает команда Сентинелов. Просто пытаются цепляться за эту победу. Максимально жестко. Вот тут инвокер. Здравствуйте. Хорошо. Но я сейчас настигну их. Я пойду душить. Бегу. Маднеса жалко не будет. Ля там все КД слили. Тини Даггер. Хорошо. Тини Даггер. Этот с фейзами побежал. Крит вылетел. Крит вылетел. Понимаю. Тиник вон утопал. Видите следы? Тук-тук-тук. ГГ, не догнать уже. Ох, что буреза. Винтер тоже ушел, все ушли. Ладно, колотим. Сейчас чуть стак поднабьем и... пойдем в этот сходим, в рашпит. Интересный сларк такой получается у нас. Тиник сейчас тут будет. Тиник тут будет. С даггером будет влетать. А, нет, все, уже не будет. Тут опс стоит. 8 стаков мало, чтобы рашпит идти. Подвяжешь? А че ты не связал? Башился? Да ладно. Не успел я. Все, денек наступил. Но я сейчас еще нападу. 13 стаков, но эти стаки сейчас уже упадут. На Винтера желательно. Ладно, пробил. Ля, что за сларк? Дамагерский. Забашил. Дай задушить. Главное отхиливаться, я же креветка, правильно? Ну пусть забирают уже. Пусть забирают уже. Все, я пошел в рошпит. Я не буду пушить даже. ТП нету сейчас. Но могу восстановиться, сломать, в принципе. И молодец. Старался. Я на 300 хп ушел. Так, демон эйдж. Буреза есть. Разобьем. Так, есть у нас Аегис. Блин, этот сларк прикольный, он критует жестко. Я, честно, не собирал через крит его никогда. Вот клянусь, никогда не собирал. Но он жестко критует. Он жестко критует. Найс баш. Найс баш. Хорошо, есть буреза. Тут добиваем крипов и уходим к оппонентам. Ну, жесть. Это просто жесть, какой герой на самом деле, ребят, если уметь на нем играть. Единственное, знаете, как законтрить этого персонажа? Этого персонажа очень легко законтрить тем, что если вы собираетесь пятером и не даете ему ничего юзать, то он не выиграет, сларк такой. Он не выиграет. Он вообще в целом сларк не любит, когда толпой играют. Так, ну БКБ-ху надо делать еще, да, ребят? Надо. Надо БКБ-ху еще сделать. Есть кто-нибудь тут, пацаны? Так, ну Сильвер сейчас кончится уже. Никого нету, да? Печалька. Не знаю, может время настало рекламной паузы? Или нет? Как думаете? Пацаны, рекламная пауза-то будет или нет? Я же говорил, что будет. Ля там суета. Открывай ворота. А чё вы все под колодец, под базу просто все побежали? Сейчас придет сларк, бежим. Они не выходят. Не выходят. Там в центре стоят. А можно побить? Я не бью вообще. Хорошо. Я могу отпрыгнуть? Нет, не отпрыгну. Портрет КБКБ. Пофармил. В
пофармил. Я не пойду дальше. Давайте побьем. Окей. Го, подушим немного. Давай, и Марита пришла. Пойдем. Вот туда. Ля, кто там прыгает? О, щит. Ля, я кританул там ей. Осуждаю. Ой-ой-ой, это смерть. Это смерть. Я не видел, кстати, не резнулся, уже у меня все кнопки были. Это смерть. Я могу просто пушить, сломать им мид. Но так же неинтересно. Так же неинтересно. Тут вард сняли, да, сняли. Хорошо. Отлично. Ну, сфидели, так сказать, тактический фид. Давайте, что ли, рекламную паузу сделаем тогда. Почему нет? Рекламная пауза. Бадочки нужны мне? Я откуда знаю. Что, все нормально? Да. Сейчас приду. Шарик. Короче, как-то так. Непонятно. Снег идет, интернета нет, ничего нет, резины на машине нет. Что делать, непонятно. Ну и ладно. Как будто в лесу каком-то идем, все так нависше. Интернета нет. Едем в город. Как пещерные люди, когда выключили интернет. Начнем эволюционировать. Давай щетку. Щетку. Холодно, мокро. Давай, чисть быстрее. У меня уже ноги мокрые, я только вышел. Отлично. Просто прекрасно. Ну такая нормальная, небольшая рекламная пауза. Ой, чуть не упал, но как обычно, все нормально. Открывай дверь. Поехали. Та-дам! Что ты хочешь? Я хочу мороженого. Ты хочешь мороженого, когда на улице идет снег? Да. So young, we were so dumb. Ай-яй-яй. Ой, короче, приехали мы на стандартную нашу точку попить кофе, поесть мороженое. Сейчас с Кристиной пойдем Burger King. Это не реклама. Кристина, ваше слово. У меня шнурки развязываются. Шнурки развязываются. Стоять. Хорошо. Я пошел. Короче, зашли. О, я знаю. Знаю, куда мы пойдем. Пойдем в самый конец. Заказываешь мне мороженое? Давай. И мы едем домой. Тебе только? А мне? А тебе нет. А мне? Извините, а вы ютубер? Нет. Так, чуть-чуть. Точно? А если я найду ваш канал? Ты лучше расскажи, что сейчас было. Что рассказывать? Короче, рассказываю веселую историю. Сидим мы, значит, такие просто общаемся. Подбегает пацаненок и спрашивает, а что, вы ютуберы, что ли? Не, ну, конечно, жалко, что я камеру остановил, но не суть. Короче, заказали все, что нужно, и будем ждать. Вкусно, с сгущеночкой. Карамелька. Какой карамелька? Сделано с любовью. С любовью. Ваше брауни, ваше мороженое, брауни мое. Да нифига тебе мороженое нахреначили, посмотри. Обычно не так много, да? Ну пойдет. Короче, будем сейчас уплетать. За здоровечко. Когда нет дома интернета, приходится приезжать в такие места. Выпивать немножко кофе. Пробовать вкусное мороженое. Кристина, не желаете ли? Очень вкусно. Что еще делать? Тебя еще долго снимать? Я есть хочу.
Что тогда? Полопанный. Чего? Там этот дельфин сзади сидит. Да. Да я вот как обычно захожу читать комментарии, но много хороших комментариев. Знаешь, как тебя звали? Родись ты в Сербии или Хорватии? Аркадий Уракитич. Вася Ризов. Комментарий. Ну офигенно, молодец, Хен. Спасибо, спасибо. Так, что еще тут есть? Кстати, хейтерские комментарии сразу отсеиваются, так что нет смысла, что вы там хейт пишете. Поэтому лучше знаете, что зайти. Берешь, видишь видео какое-то, нажимаешь. Луецк. И все. И спонсировать. По соточку хотя бы. Да спонсировать все просто. Заходишь, покажи, вкладочка. Покажи. Спонсировать. Тут такая вкладочка и спонсировать нажимаешь. Выбираешь спонсорку, какая тебе надо, чтобы смотреть контент намного раньше, чтобы узнать намного больше. Все это прекрасно знаете. Ну и выделяться в чате, конечно же, отправлять прикольные стикеры. По кайфу. Чисто если кто-то хочет, можете залетать, чекать. Ну и в принципе все, никаких проблем. Ну и конечно же смотреть контент четко вообще, четко. Все. До свидания. Ой. Короче. Посидели, попердели, покушали. А тут все, снег идет и идет. А тут непонятно, снег, но уже, ой, водичка. Прям на камеру. Короче, возвращаемся обратно. В игру. Возвращаемся. Ну ничего тогда, вроде. Вот такая вот у нас сейчас ситуация, ребятки. Немного ввел вас в курс дела. Такая у нас сейчас ситуация, к сожалению. Поэтому нету интернета уже неделю. Неделю нету интернета. По мартретке, кстати, не попадаем. МКБ надо делать. И желательно БКБ-ху бы еще сделать. БКБ, МКБ и поехали. И вниз пойдем сейчас. Вот такая вот ситуация, пацаны. Жестко, серьезно, опасно. Так. Кинь лотар, наверное, уже купил. Пойдем вот так вот сделаем. С Аегисом не смогли ничего сделать. Ну, чисто на моей тупости, потому что я играюсь. Мне хочется поиграться. Но для контента. Для контента нужны каточки, где ты играешься в доту. Ты зашел поиграться. Вот я его на силу, гоу 2к хп. Ладно. Мы же в доту заходим поиграться, правильно? Кто-то играет на скилл, прям чуть что не то сделаешь, все сразу. И я твою роту, и я тебе, и сразу начинается вот это. Некоторые заходят покайфовать на контент, например. И ты по 600, типа это без стат. Жестко. Подарочек лежал, но нам все равно. Блокер. Я думаю, БКБ-ху сделать. БКБ, МКБ получается по билду, да? Давайте БКБ-ху сделаем. БКБ-ха шансов у них вообще не будет. Хорошо. О, БКБ-ху. Уже начинаем делать. МКБ некстом сделаем. МКБ муншарт остается. Глобалка, нифига себе даете, товарищи. Оу, щит. Ай, найс, я прыгаю, господи. Я, это драка слита уже. Я отвратительно нажал все. Я не хочу подходить, потому что сейчас там будет винтер курса. А, все, не будет. Окей. Можно идти. Пара чажется, убиваем. Виндра вырезала. Пойдет. Там виндра вырезала винтера, потому что винтер в меня будет курсу ставить. И что, да, казалось бы? Че, топ ломаем? Или нет? ПКБ-ха нужна. Я так отвратительно прыгнул. Если честно, я хотел прыгнуть в Тиника, но не удалось. Не удалось. О, мартретку побьем. Сейчас до Уден сколько? 13 секунд, но я думаю, проживу 13 секунд. Хорошо, задушил просто. Я отключил ей пассивку. Не промахивался. С момом задушил. С момом задушил. Но БКБ-ха есть уже. Че там БКБ-ха? Вот так вот, да, значит? Есть. МКБ остается ласт-слотом. Отлично.
Идем по низу, ломаем низ. Сейчас будет хп чуть побольше. Но 2000 хп у этого сларка будет, это очень мало. Но это фановый билд. Ребятки. Фановый билд. Фановый. Only fun. То есть не рассмотреть это как серьезный билд. Если вы достаточно хорошо играете на сларке, то в принципе можно так пофаниться зайти. На таком билде. О, смотрите. Ах ты. Жесть, мы его разорвали просто. Жалко, тут нету мешка избиения, на котором можно набивать статы. А, ну Винтер только. Он не успевает. Мне нужно ждать, чтобы он себе кинул колбу эту. Тогда только. Только тогда. Что хотел, сделал. Кстати, да, убил. Нету никого. У меня есть БКБ-ха. В центре есть? Есть в центре тут. В центре есть. Хорошо. У меня Shadow Dance имеется, кстати. Можем попробовать зайти на ХГ. Винтер Виверна. Кидай себе кнопку. Да задушить до конца. О, тиник. Хорошо. Ля там критую. Почему инвокер кнопку не жмет? Ой-ой-ой. А тут надо уходить. Странно, что инвокер ни одной кнопки не нажал. Но зайти мы не можем. Там очень много байбеков было. Я низ пойду ломать. МКБ-ха нужна, ребят. Зайти не можем. Как бы можем, но не можем. Смотрите, у меня 23 стака. На маднесе наколотил на этом, на винтере. По 800 криты. Сейчас еще МКБ-ха будет, будут большие вообще криты. Овер большие. Так, а что это там? Мартретка душится. Go. Я бегу. Я бегу. Я бегу. Тени с догонами. Куда пойдешь? Крит вылетел. Ой, да ладно. Осуждаю. Найс криты. Эффективный. Жесть, там крит вообще уничтожает просто. Сколько криты сейчас? По 800 криты. 2200, сейчас уже буреза будет. У меня, в принципе, 500 золота есть. Даля, ПТ-шка не переключил, прыгаю. Ладно. Все, МКБ-ха есть, ребятки. Имеем. И шарт остается, да? Пановый шарт. Отлично. Чисто жесткий билд получился у нас. МКБ-ха есть, можно поесть. Рошана можно пойти забрать. Горошу заберем пока стаки. Посмотрим, насколько сейчас жестко критовать будем. И зайдем, закончим, я думаю, уже 35 минут игры. Остается у нас фановый билд, секретный. Тоже секретный билд, так назовем его. Секретный билд, так, есть МКБ-ха. Опа. 800 криты, 8 стаков. Короче, 1300 будут криты где-то примерно. Где-то 1300 будут криты. Я не буду брать, мне не нужен Егис. Не нужен Егис. Смело можем пойти задушить сейчас. Главное найти кого, с кого можно будет стат взять немного. Я бы низ пошел. Мартретка газанула, да? Привязал ее. Хорошо. Надеюсь, тини не блин конец. БКБ унижать. Хорошо. Не знаю, где там тини был. Но я сейчас был на грани жизни и смерти. Ничего не жал. Просто ждал. Минус 2 дали. Хорошо. МКБ есть. Просто уничтожаем мартретку. Что если в наглую зайти? Кто там есть живой?
Давай с душем тебя. Хорошо. И за что меня так больно бьешь, да? Глобалки нажали. Убегаем, регенимся. Сейчас зарегенимся, я выйду. Хорошо. В смысле insufficient mana? Жесть, вот это душиловка. Стой. Жесть. Сларк с момом. С момой. Сейчас я зарегенюсь, выйду. Все, гоу. Сларк с момой получился у нас. Интересный билд. Получается. Маны, конечно, не хватает. Лакерша с торнадо будет давать. Го, муму включаем. Сларк с момой. Подарунок. Погнали за этим сходим. Ребята там свидят, да, сейчас? Инвокер. Бара отсюда набежал тупо. Ну, не ожидал никто там бару увидит. Жесть. Давайте шард ластовый. Раз, два. Вот так вот у нас получается. Хорошо. Ну, фаново. Фаново. 30 фрагов наколотили. Го, на базу сходим. На базу. Жалко нету, знаете, мешка избиения тут лютого. Вот Винтер под его этой Cold Embrace'ой вообще по кайфу. Такой хороший мешок избиения, чтобы просто настягивать. Чтобы как можно больше настягивать. О, ГГ. Аегу выбили. О, Акура-то нету там, да? Ладно. А эта Акура не моя. Окей. Хорошо. Виндранка тоже такая жесткая. С МКБ-хой. Все, гоу. Стягивать. Ну, забавно. Не знаю. Понравится вам такая катка, нет, но типа фаново. Тупо фаново получилось. Остается у нас секретный билд тогда. Гоу додушивать, пацанов. С критами, с МКБ-хами. Дефолт, конечно, поинтересней. И мана есть. И агрессивнее он считается. А этот такой, знаете, ну это фановый билд. Это не серьезный билд. То есть дефолт намного лучше. Дефолт намного лучше. Я там крит сразу ему залетел. И Винтера тоже задушило. Ты чё? БКБ-ху нажал, задушил. Но это жестко, я не знаю. Просто жестко. Это просто же ГГ. Это ГГ. Доламывая мы заканчиваем. Лаги в замесе. ХЗ. Я починил... На гайде послушай. Потом, что говорю. Я вот починил, знаешь как это? У меня, короче, настолько жесткое железо, что оно, короче, не воспринимает Warcraft. Так как Warcraft это настолько древняя игра, что, короче, вот у меня RTX 3070, у меня... была такая проблема, что у меня жестко падает в замесах FPS. То есть до 20, до 30, не до 20. Тупо до 30. И как я это починил? Я починил эту тему с помощью GeForce Experience. Там, короче, есть такая тема, написано оптимизировать, но это ничего не помогает. То есть туда заходишь, нажимаешь типа оптимизировать, но ничего не меняется. Берешь, загоняешь, короче, качество жестче, там, на 5К, короче, на 5К, на 6К доту, запускаешь доту в 6К, и перед стартом игры меняешь разрешение на 2К, которое у меня разрешение стоит в данный момент. Насколько у тебя мониторы? У меня, короче, ушли эти лаги. Короче, такая тема. Бля, меня просто изничтожило там. Ой, ГГ! Ухож этот рак на Сларке. Ну, получается так. Не знаю, ребят, фановая катка, понравится она вам и нет. Сларк, в принципе, сам по себе... Очень сильный герой. Честно, не очень хочется сидеть играть по 1000 игр на этом герое, потому что... Ну, герой сильный. Овер сильный и... Овер жесткий. Душу. Душу. Тиник, иди сюда, брат. Ля, ты извращенец. А, подстанил еще. Молодец какой. Я буду убегать здесь. Надеюсь, тут нету сентриков. Есть сентрики, да. О, все, вот тут нету. Хорошо. Тиник. Сентрик поставил. Вот извращуга, да? 1100 криты. Но мом включать не буду. Ладно, включил. Окей. Дай критану. 900 крит. Хорошо. Кристалл очка.
И БКБ нажать. Побью. Да какой крит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это что такое за водота просто. Хорошо. Мом включили, бьем. Ля, это что за катка? У меня сейчас уже Shadow Dance будет. Хорошо. Жесть. Я с такой ситуации сейчас ушел. Замесы в конце самые лютые и самые страшные. Так сказать, за последний кусок хлеба. О, мешок избиения появился. О, еще. О, виндранки ГГ. Я тут не отменю, впадло поймить. Хорошо. Жесть. Ну, такая, ребят, катка у нас получилась на Сларке. Это фановый билд был. Также не забывайте, что там в середине игры есть небольшая тема, которая рассказывает, что у меня сейчас происходит в данный момент. Почему нет интернета. Ну и остается у нас секретная катка. Напишите, какая катка, по вашему мнению, зашла. То есть такая фановая, но это на самом деле Оли оверфановая катка получилась. Или секретный билд, может, вам понравится. Так, ну что, ребятки, поехала у нас крайняя на сегодня каточка. Сейчас спросим, есть ли мидер норм. Мне изи линию надо. Хорошо, вон парень взял инвоком. Окей. Ребятки, в общем, смотрите. Что у нас next way каткой вот это? Это секретная, интересная катка. Вы, в принципе, видели, наверное, уже по вырезкам, вот эти по нарезочкам, которые у меня там были. Но, в принципе, я не знаю, кто-то смотрит их, кто-то нет. О, сикера взяли. Хорошо. Будет жесткий контрпик. Короче, сейчас будем собираться в лютую тему. Надеюсь, будет жесткая позиция, чтобы было интересно эту катку поиграть. И это будет круто. Будет очень интересно, надеюсь. Будет, надеюсь, очень интересно. Будем собираться такого эскейпера. Эскейпера. И душить. Пикает какую-то каку, на самом деле, там. С этот... Бара будет жестко душить. И... БС тоже будет напрягать. У нас не сильно жесткий пик. Пойдет такой, знаете, подсларка, который будет душить. Катка будет интересная. Сделаем сначала аркану, а потом сделаем этот, лотар. А потом подокупим даггер и будем выходить уже в то, что мы должны будем соврать. Конечно же, Бактарин, ребят. Кто не знает. Бактарин и, конечно же, будет у нас там еще. Конечно же, будет у нас там. Вот, вы поняли, да? Постараемся еще и Этериал Дагон взять для фана. Посмотрим, что получится. Посмотрим, что получится. Надеюсь, фатка выйдет фановая. Ребят, напоминаю, что это фановая катка. И, соответственно, так не нужно собираться. И не нужно так делать. Потому что мы делаем так, потому что нам фаново. Просто по фанчику поиграть и все. КБ фан, вот как написано, так и есть. Вот и все. И ничего больше нам не нужно. Тупо для фана все. Пассивочку взяли, побежали. Опа, это что-то такое, что-то такое. Это кто тут, это кто тут? Ох, что-то бара. Монетку даешь? Хорошо. Ой, чарж какой, да? Я еще тычку на развороте дал, как про. Опа. Я подрегенюсь и начну потом, если что. А ты как меня тут видишь? Из-за Войда видит? А я его не вижу, короче, поняли, да? Он из-за Войда... А, там же сикеры сейчас с пассивкой. Точно. Точно. Стикер же с пассивкой. Точняк. А мне нужен второй, я бы напал. Опа. Стикер меня пассивкой, короче, пропалил, вы поняли? Блин, я забыл совсем. А я так все четко рассчитал. Сейчас там пойдем, подеремся, еще веточку срублю, ребятки, выйду, начнем чапалахи давать. Не удалось. Не удалось. Го, почему бы и нет? Он убежит. Ладно, ловим, но побежит все равно. А, просто побежит. Просто побежит. Блин, сфидил так досадно, да? Досадно. Ладно, играем далее.
Собираем все, что нам нужно. Тангусики дали нам. Хорошо. Бара на меня побежал. Прифарм оставляет меня. Надеюсь, будет интересно с этой темы. Сикер тоже там фри. То... Ну, Скар его выиграет там. Сикера этого. Давайте тангусик закушаем и сапожок все. Маны нету. Хорошо. Я ему ману сжег, вы поняли, да? 90 маны прыжок требует. Он не прыгнул, потому что у него мана кончилась. Я снял у него с удара 13 маны и все. ИГГ. Да, блин. Эй-яй-яй, вот это байты называется. Ладно. Жесть, сколько фарма войд потерял сейчас. Животное. Я не буду цеплять его. Ух ты, смотри, что делает. Давайте купим сейчас. Все, что мне нужно, это стик. Стик и Orb of Venom возьмем. И все, и будем стоять спокойно. Просто фармить здесь и все. Блин, ну фатка рили. Катка фановая будет. Фатка. У меня прям аж это... Подгорает уже. Как стоять на изи линии, в принципе, вы видите, ребят. Зверно тускары там. Да он убежит в случае чего. Это же бара. О, отменил. А что ты отменяешь? Ну, я не догоню уже. Там крипы ушли под тэшку. Вот так вот. Хорошо. Барич пришел опять. Там 180 маны, блин. Я не буду бычить там. У меня фарм в приоритете на данной стадии игры. О, куренчик идет. Хорошо. А, я понял. Еще и от нос, по-моему, еще сработал. Да господи. Но Сларк не дает жить. Вижен сразу идет по мне. Я мог нажать даркпак, нажать прыжок. Но я думаю, куда я здесь прыгну? Сейчас бара бежит. Надо ждать, пока бара добежит уже. Я понял. Я понял. Ладно. Ну, тем будет интереснее с этим фидом. Это нормальная тема. Пытаются, ребята, ВС меня тут максимально играть, да? Максимально. Сейчас будем душить. Молодцы. И левел надо. Крипов увел там парень. Оставь, пусть суицидятся. Очень хочу 6-й левел. Больше шансов будет выживать тут. А так, без варианта. Оп. Хорошо, фармим под ташкой. Интересно, делать аквил мне или нет? У меня с маной не было проблем, когда я в прошлый раз играл с арканой. Я просто спамил по лесу, ходил и все. Огур очень много экспы забирает. Серьезно, прогулялся бы на мид куда-нибудь. Я 6-й левел апну и гг. Будет намного проще стоять, чем я сейчас стою, напрягаюсь очень жестко. КП нету вечно. Животное душит. Я не порегенюсь тут. Сейчас там гусик будет. Оп, хорошо. Если Фурион прилетит, мне кажется, я умру. Под войдом тут. Пища золотых. Есть. Оп, хорошо. Почти есть левел. Арканчик иду брать. Сейчас такая Криса самая натуральная. Ля закатил как.
Задушили Войда. Опа. Что там, Бара бегает на топе, да? Ну все, сейчас 6-й левел апну с этих крипов. Главное сейчас не хапать, чтобы пассивка работала. А то БС видит. Будет напряженочка. Все, есть 6-й, да? Отлично. Хорошо. Сейчас будем максимально быстро фармить. То некстом соберем. Конечно же Лотар. Через Лотар и поехала. Бросаем линию пока что. Фурион там 1-5. Бегает. Одно у меня, кстати, плохо все в этой команде. У одного меня только плохо все. Тупо я один тут умираю. Да, я два... Все две смерти, короче, два убийства и все на мне. На эскейпере. Который, по идее, выигрывает каждую катку. Найс, башишь. Найс, он забашил. Так, туман войны пользуюсь, работаюсь. Ага, хорошо. Пользуемся. Он забашил и купол так поставил еще. Ой, сикер там душит, надо регениться. ПТшка, сикер. Регенимся по чуть. Я не буду прыгать. От бара еще. Нам некуда торопиться, мы стоим на сларкевой зелени. В принципе, нам нужно взять какие-то артефакты стартовые. Типа арканы, знаете там. Арканчик такой стартовый. Держи. Блин, я кайфую с этой. С этого билда через аркану. Забавно. Ой-ой-ой, Бладсасер пришел. Регенимся. Потом поговорим. Ай-яй-яй. Уйдет. Хорошо. Жесть. Чё там? О! Инвокер сфидил. Тоже не я топ-фидер на карте. Хорошо. Не я топ-фидер. Все, я пошел лес колотить. Сейчас Лотар сделаю через Лотар. Продолжим душить. Хорошо. Чтобы пассивка работала. Чуть просидим. Чтобы не было такого, что я сейчас просажу себе хп настолько сильно, что не смогу регениться. Регенимся по чуть. Подрегенимся, за фармим выйдем. Победителем. Прыжок размаксиваем. Так я еще не играл. Поэтому прыжочек максить будем. Ой, барочка. Ну почти. Хорошо. Бояться. Я зверь. Хорошо. Бладсикер там душит. О-о-о, задушили туска. Да? Я с Лотаром начну играть. Когда Лотар будет... Тогда пойдем душить. Лотар, даггеры, поехали. Ребята там дерутся. Или фидят, или дерутся, непонятно. В принципе, тоже можно пробежаться. Погнали. Два в два разменялись, можно тоже поучаствовать. Ну, уже поздновато, наверное, да? Ну, конечно. После драки кулаками не машут, да? Я помашу. Да я их там, знаете, как это выглядит. Помахать кулаками. Да я там тащил.
Но меня видно. Видно. Все, не видно. Отлично. Дальше фармим. Почти лотар есть. Ой-ой-ой. Жесткая тема. О-о-о, фидит тускарчик, но ничего страшного. Бывает. Ничего страшного, бывает. Хороший тускарчик помогает. А можно регениться, пожалуйста? Не могу из-за, блин, из-за Бладсикера нормально фармить. 11 левел нужен просто. 11 левел нужен. Интересно, Бара почему этим не пользуется? На топе много фарма. Так, у нас есть Лотар Сейдж, да? Две ТПшки и погнали. ТПшки. Я не успеваю ХП себе пополнять. Тупо ХП просаживаю. Бара побежит, интересно. Бары нету. Блин. Но я, наверное, от бара все равно сдохну. Жесть. Так, лотар есть. Хорошо, ну 13 минут, но чуть позже сделали. Ничего страшного. О, инвокера там душат. Инвокер с транквилой, это мощно, кстати. Джукатуй убивает. У меня КДА, 3, 2, 1, левай. Сейчас еще левел апну. И пойдем поддушивать немного. Все, прыжочек раскачали. Next дагерочек. Еще бы 11, эх, счастье было бы. Погнали к ребятам, поможем немного. Shadow Dance нету, но будет сейчас. Гоу-гоу-гоу-гоу. Хоть сикера, хоть кого. Кату. Ой-ой-ой-ой-ой. Дамаги там залетело. БСу нормально залетело там. Хорошо. Отлично. Что там нанизу? Очень много крипов. Пойду дефну. Дефну. Там, кстати, очень сильно late game, там еще швоид. Можно будет хорошо поиграть эту катку. Жестко. Так, забираем. Оп. Оп, хорошо. Дополнительный корм. То есть я себе все хп сжигаю. Просто два дарпакта это 300 хп. Так, если задуматься. Сейчас еще пачка крипов. Ребята опять там дерутся. Да дай пройти, господи, не дают пройти. Опять на топе суета. Блин, можно пойти подраться? Можно тавр спушить, в принципе. О, отлично. Пушил, хорошо. Если дальше файт там будет, я пойду. Гоу. Под душем. Хорошо. Опа. Ну я стою. Мне нельзя двигаться. Можно чуть-чуть так. Чуть-чуть можно. Вот так арканку ребятам дадим. Ребята, наверное, в шоке, что за сларк с арканой. Это мета, пацаны. Это мета. Сларк с арканой, пушка. Не шарите просто. Ну, вокер там душит. Хорошо. Можно тэшку, да? Погнали. 2400 можно дагер еще взять.
Наверное, в Октарин по чуть будем выходить. В принципе, Лотар есть. Лотаром уже можно убивать, да? По сути. Прыжок раскачан, можно пробовать же этот Октарин брать. Ну, там ребята тоже активно играют. Эх, Патма забрала. Хорошо. GG. Хорошо, есть. Опа, забафали меня. О, на низ пойду. Ну-ка, там дасты есть, да? Я пошел дефиться. Дефиться пошел, да. Барда нету, хорошо. Уру, Маган, скуплю поинт бустер, виталити бустер. И let's go. Ля, ты хитрый. Ах ты бобер. Ля, как я не попал. Ужас. Я чисто попрыгунчик. Тупо попрыгунчик. Ну там сентряк стоит еще. Сентряк стоит. Да, Сларк, конечно. Жестко моросит. Вот кто мне может сейчас звонить? А. Абонент временно недоступен. Понял вас, спасибо. Найс звонок. Гоу, разбираем. Покупаем солбустер. Возьмем дасты. И погнали. Долго иду, меня видно на базе. ТПшечку. Дасты не возьму, да? А чем больше хп, тем лучше. Блин, ману вообще не зарегенил, да? О, куриончик. Там сентри тоже стоят. Да ладно, найс он закрыл, кстати, да? Четко. Но не удалось немножко все равно. Так, забираем эту всю криптовалюту. Хорошо. Отлично. Еще криптовалюта. Окей. Я не пойду в драку уже ж далеко. Тем более уже минус там. Да, ребята разберутся, да? Разбираются нормально. Там сикер тушит всех. Только он. Не знаю, почему они под кунка не играют. Мне кажется, под... Три ассиста всего у кунки, прикиньте. Очень мало. Если он четверка, так тем более. Так, регенимся. Две 700 надо. Сейчас Октарин. И поехала. Октарин и поехала. Две 200. Руна какая-то резнулась. Аркану продал, сразу просадки по мане пошли. Совпадение, не думаю. Хорошо. О, 300 золота. 300 золота. Хорошо. Блин, там кунка четверка, но он почему-то без креста играет. А, вон крест, да? Найс. Опа, и бара залетает. Сейчас корабль бы сюда. Ой, купал. Хорош. А может он забрать его? Нет, интересно. Вот он, корабль. Но поздновато, по-моему. Ой-ой-ой, я сейчас тут от крипов чуть не сдох. Блин, как же этот Бладсикер душит. Своим виженом. Хорошо. Гоу сюда. Стой. Закрыл. Тупо Сларк в загоне называется. Хорошо. Октарин есть, можно по КД юзать. Господи. Как он запарил этот...
Сикер. Бара тебе. Не-не-не, бара не мне. Есть кнопки, если что. Пока дай на базу допрыгай, да и все. Так, ТП-шечка. Там кунка немного потупливает, походу. Не дает то, что нужно. Погнали на топ. Угу. Да, можно на топ бежать. Можно. Прифражочек там. Пара заряженный там. Много имеет. Гоу под душой. Хорошо. О, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а можно? Пожалуйста. Жесть. Хорошо. Кунку. Ладно. А, ульту таки кинул, да? Вот Криса, а? А можно порегениться тут? Почему не регенится герой? Неужели тут вард стоит? А, я понял. Ребятки. Нет. Он за мной все это время бежал под ногами. Пускар, по-моему, ульт не нажал, да, на него? Не нажал он. Ну, у меня всю игру просто парафинит этот... БС. Жесть. А, не нажал он ульт. Говорит. Ну ладно. Сколько? Три раза я умер. Инвокер 7 раз умер. Ладно. Ладно. Ох, что Тускар. Нажал бы ульт, я бы ушел, наверное. Но не факт, что я бы ушел. Там этот, блин, вижен дает жестко сикер. Все, невозможно уйти просто. Если у тебя лоу хп, не знаю, что делать. Обычно в таких билдах собирают урну. Специально, чтобы регенить такие моменты. Потому что, блин, очень жестко, очень тяжело играть против сикера на ларке. Потому что он всегда тебя видит. То есть ему пофиг вообще. Че там, как там? Он еще, блин, зараза. Под ногами все это время был, оказывается. Кто мог знать? Нету МХ у меня. Торрент. А ты куда пошел? Оп, хорошо. Это время под ногами было, оказывается. Я думаю, что не регенюсь, вар что ли стоит? Но я так подумал, вот тут возможно стоит вар. Почему нет? Не думал, что сикер под ногами. Хорошо. Го, пробежимся еще. Ага, сентрики, я понял, понял, ничего страшного, хорошо. Хорошо. Шойды. Но это плохо. Ой, сколько хп он мне снял. Надо только после даркпакта уходить в инвиз. Опа, а как вам это? Еще есть кто-нибудь плюсовый, да? Туск. Хорош. Отлично, и дефится. О, там некрачи подъехали. Некрачи зафармлю. Хорошо. Ну, теперь будете, в принципе, понимать, что против сикера так, ну, не очень легко так, в принципе, плеить, да, поймете. Мы же здесь для какого-то анализа, так что нормально. Так, 3000 есть уже. Хорошо. Можно взять сразу travel сейчас. Travel и dagger. Эти дасты возьмем, travel, дасты. Сикера нагнетать. Он уходит постоянно безнаказанно. Сейчас не будет уходить. В лесочек нырнем, подфармим. Хорошо. Ага. Подфармил. Подфармил, как и назас. А не за суета. Хорошо.
Хорошо, есть travel. Говард этот снимем. Прыжочком. Запрыгиваем туда в ХГ. Опа. Раз, два. Го к ребятам. Там весело внизу. Усикер ОГГ. А, нет, живой. Лотар купил, победил. Все. Закон такой. Лотар покупаешь, игру побеждаешь. Так всегда было. Тупо с лотаром не контришься. Все, let's go. Есть. Сильверуху можно сейчас взять. Будем очень жирные. Сможем душить намного лучше. Фурион на топе с некрами. Фурион потом в лейтгейме будет небольшой проблемы. Хорошо. Барочка. Батар зашел? Ушел? А нет. Хорошо. Ах ты крыса, смотри, что делает. На Бладсусере. Я в инвизе стою тупо, не мешай. Хорошо, гоу. Я прыгаю туда. Как в помойку. Стой. Ай, дастов нету, прикинь. Я тупо нажимал там, думал он у меня под ногами. А шо ж ты меня так на кунке? Я за душу буду драться. Крест, крест, верни меня. Куда у меня прыгает герой? Нет, только не от крипов. Только не от крипов, пожалуйста. Куда угодно, только не от крипов. Куда он у меня прыгнул? Это жесть, что за хрень. Так, 2900 золотых есть. Ну, погнали на топ. О, а это кто-то тпшится такой умный. Жесть, это, конечно, рофл. Тикер жесткий, ультой контрит. Всем контрит, чем может. Это кунка тпшился, да? Да. Блин, ну фаново получается. Фаново. Я уже думал, я все там коней двину. Но не двинул, это радует. Хорошо было бы сделать линку. Отлично просто было бы тут. Так, есть 3800. Хорошо. Тебя видно, меня всегда видно. Че, на мид полетим сейчас? Че, на мид? Опа. Корабль. Ой-ой-ой-ой. Животничек поймать. Душу, бро. Хорошо. Ой-ой-ой, и меня бить, конечно же, да? Еще раптуру кинь на меня. Еще раптуру кинь. Хорошо. Жесть, он жирный. Хорошо. Так, пойдет. Кто это там стоит? На Фурионе. Иди сюда, дорогой. Ой, найс, зажимаешь. Хорош. Блин, я не знаю, это чисто рофлокатка. Ну, вейкер все застилить хочет. Го, на базу сходим. Это жесть просто. Это монета, да, пофиг на нее. Ой, жесть. Дагерок, догончик. Го на базу. Орбу в помойку. Давайте Этериал возьмем. Будем взрывать просто. Накачаем могилы и как взорвем. Хорошо. Хорошо было бы Сильвер еще сделать. Сильвер отличная вещь. Вообще отличнейшая. Там Фурион на топе. А, Бара. Бару я сейчас приму. Дайте только Этериал купить. Этериал покупаем, побеждая. Слово. Оу, есть. Хорошо, погнали. Бар уже почувствовал неладное. Уже задребезжали его подкрылки. Пита. Что ты, черт побери, такой несешь, да? Хорошо. Дальше, конечно же, догон. Догон. Догон далее. Вот туда.
Кто тут у нас? Фурионечек. Взорвал Фуриона. Чисто взорванный Фурион. За хейт. Он перед стартом лобби написал хост лох. Захейтили Фуриона. Пару душат. Ну, задушат толпой его. А где команда вся? Почему никто не помогает им? Он шоит, например. Ой, найс. А я еще и застрял. Осуждаю. А вард стоит. Да стой ты! Ах ты жук-таракан, навозник. Я в инвизе буду в любом случае. Да что такое? Что за драки? Бладсасер там. Но кинет ульт, буду на ТП уходить. Господи, все, зажали меня тут. Слишком много сумона. Бегу отсюда. Инвокер ломать собрался. Пойду на топе помогу. Мы же фанимся, соответственно, несерьезно катка у нас. Что там, догоны, да, есть уже? Хорошо, есть догон. Отлично. 12 всего-таки. Ой, ай-яй-яй, прикиньте себе сейчас. Было. Тот самый момент, чисто шот дота. Мана восстановим немного. Стик офигенно обузит можно. О, сюда. Два догон, левел уже есть. Так, сюда. Гу, нападем на кого-нибудь. Блин, если я нападу, я там умру. Более чем уверен. Секир еще. Я пойду лучше дофармлю. Стики продадим, дасты нужны. Догон. Имеется. Там ТПшка есть у тебя, брат? Ну и что-то Фурион. Как он пытается эту игру выиграть? Хорошо. Фидер. Хорошо, третий догон имеем. Вот так сделаем. Ой, там сфидели пацаны, да? Чалька. Но сейчас будем на фул играть. Хорошо. Этериал догон имеем. Ты меня хейтишь? Не, я же в лобби писал пост лох. Вот так вот напишем. Так, чекаем на сентрике. Так, нету никого. Боятся выходить. Но я на базу ходил, мне все равно. Магический билд получается, да? Ой, там на меду драка начинается, да? А нет, оказалось. Хорошо. Просто... Что-то там произошло просто. Ой-ой-ой. Я уйду лучше. Руки автоматом написали, говорит. Бедный бар, вообще там просто взорвался. Самое кайфовое, что у меня как пуч герой по дамагу. Примерно так же выстреливает. Сейчас пятый догон, да, апаем. Нормально. Бара там вообще просто взорвался. Так, есть. Еще чуть-чуть остается у нас. Че, лас лотом, спросите вы? Не знаю, честно. Вот туда. Просто сейчас сделаем ему. Блин, это забавно. Я не знаю, как вам, но это забавно. Просто прыгаешь, взрываешь. Просто прыгнул и взорвал.
Хорошо, есть догон. Пятерочка. Ой, жесть. Хорошо, пятерка, догон. Форстав, кунка. Гоу, кунку. Задушим. О, там вон войт еще, да? Стой. Блин, ну на ХГ не хочу подниматься туда. Был бы вижен. Задушил, но не так эффектно. Эффективно, но не эффектно. Стой. Сейчас будет. Упал. Догон сразу в лицо ему. Бам. А, что за юл? Еще что за юл? Ох, что ты инвокер. Что творит? Что творит этот инвокер? Ага, ультракил сделаем. Хорошо. Блин, ну не знаю. Ржачная тема получается. Го еще даггер туда допихнем. Ой. Ой, жесть. Это такой рофл. Я не знаю, зачем он это сделал. Подарок, говорит. Недорог тот подарок, как дорого внимание. Хорошо. Вот так вот сделаем. Сейчас сильвер доковыряем еще. А, как договаривались, конечно, конечно. Конечно, как договаривались. Это стандартная фраза, знаете, такого разводника. И 5к капсов. Хорошо. Там кунку душат. Давай, давай, давай сюда. Быстрее. Хорошо. Обаная дыжи. А жесткий билд получился. А вот так сделаем даггер. Прикинем. Посидим в кустах тут. Луин. Хорошо. Не знаю, фановый такой билд у нас получился. Чисто по фану, по рофлу. Не знаю, как хотите, называйте. Не столь серьезная катка, сколько по фану, рили. Сколько по фану. В принципе, пойдет. Порофлить можно. А где они все? Шойд спрятался. Го, сюда тпшку. Сюда тпшку, ребята там. Отдыхают тупо. Опа, вот она, вот она. Иди, иди сюда. Во время прыжка нельзя догон давать, блин. Или по механике игры, наверное, этот. Можно дать, но надо прям ровно-ровно давать. Это такой бред. ГГ, не знаю, если честно, рассчитывал, что побольше пофанимся. Но это третья, так сказать, катка. Фановая у нас. И на этом, наверное, гайд закончится. На такой прикольной ноте. Опа. И душим. Давай. Хорошо. GG. Ой, ульту дал мне. Бладсасер. ГГ. Ну, на этом все, ребят. Гайд на Сларка окончен. Фановая катка такая была. Не знаю, пару моментов тупо, чтобы взрывали с догонов. Но если бы катка была чуть-чуть пожестче, а не Фурион 2.21, то было бы, наверное, поинтереснее. Не знаю, в целом я и рассчитывал, что гайд будет скучный на этого героя, потому что, ну, герой сам по себе имба, и чтобы на нем играть, особо ничего делать не нужно. Даже слабый игрок в лейтгейме сможет просто ударить кого-то, там, раз 20, и у него будет просто вот тут 150 урона, и вот тут будет 20 армора. Все. На этом, ребятки, гайд окончен. Спасибо всем, кто посмотрел, и ставьте лайк, не знаю, напишите насчет игр. Какая игра больше всех понравилась? Ну, если честно, я сыграл игр 13, и из этих 13 игр это самые нормальные игры были, ребят, ну, честно.
реально. Тут хотя бы есть что, с чего порофлить и тому подобное. В принципе, стараюсь для вас, так что спасибо всем и до скорого. GG.